ё-моё. Они прям вплети... What the fuck? Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, после Хиггса я уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, после Хиггса я уже. Как же ты меня заебал, я здесь для того, чтобы Энигму спиздить. Что ты сказал? А? Что ты сказал? Так, ну ладно. Гутен так, Юнгс. Мы продолжаем наши приключения нуба капитана Хиггса. Нуба капитан Хиггс, самый не нуба капитан Хиггс, который не юзает баги, который не использует все возможности игры, чтобы выиграть кампанию, но в итоге все равно не выигрывает эту кампанию, потому что ему не засчитывают эту кампанию. И мы с вами продолжаем играть всеми долгожданного любимого нуба капитана Хиггса. И для начала опять давайте посмотрим на свою награду. Это же Орден Железного Креста первого, мать его, класса. Вау, как вообще просто классно. Просто на изичи мы его получили. Давайте сейчас прокачаем команду нашу. И не знаю даже, кого я буду здесь качать. Но, наверное, опять, наверное, боцмана. Какие-нибудь ему пассивные возможности дадим. Ага. Способен вдохновить сектор рядом с ним. Ну давайте вот прокачаем вот этот вот навык. Будем сейчас потихонечку качать всех. Гидроакустика давайте тоже на медика. И побольше, чтобы он видел дальность обнужения реакции. Да. Нам это, естественно, очень сильно понадобится. Так, радист. Радист, что нам может предоставить? Дальность обнаружения, скорость реакции. Ну давайте и радиста тоже прокачаем. И... дальность ее действия. Нужна ли она нам? Ну, допустим, нужна. Но все равно очков куча, девать их некуда. Так что будем качать. Так, стрелков тоже надо, чтобы они побыстрее перезаряжались и поточнее били. Потому что пока еще кампания ранняя, надо пользоваться шансом, что мы пока можем всплывать и бомбить всех. Так, инженер. Что у нас может сделать инженер? Я специально не качаю эти действующие способности. Я сначала хочу пассивки прокачать, потому что пассивки не надо ходить к ним юзать, поэтому они сами могут... их использовать, на то они и пассивки. Зарядка батареи в надводном положении будет идти быстрее. В надводном. Батарея. Что-то как-то это звучит очень глупо, потому что в надводном положении не батарея используется, а дизельные все-таки двигатели, ну да ладно. Команда так, по устранению повреждений. Повреждения, кстати, тоже не помешает, чтобы нам побыстрее. Так, и штурман. Штурман, наш Степан. Наш Степан тоже, в принципе, нужно его прокачать. И будет быстрее разворачиваться в подводном и надводном положении. Полезно. Сэкономить топливо, прокладывая более экономический курс. Ну, пока топлива нам не надо. На предельную глубину. Предельная глубина нам тоже не надо. Вот маневренность я ему добавлю. Маневренность я ему добавлю. Кого мы тут еще не качали? Кока. Пусть Кок там тоже экипаж, чтобы он был, то есть кормил их нормальной едой, а не какой-нибудь херней, можно так сказать назвать. Но у нас еще осталось 3 очка. 3 очка и не знаю, кого качать, совершенно не знаю. Давайте тогда реально, что ли, Степана мы и прокачаем, а то он что-то тут возмущается. Совсем мы его уже задолбали. Ну вот прокачаем вот эти все способности и плюс еще... наверное, на боцмана все-таки вкачаем, чтобы поменьше, опять же, кислорода тратили. Это очень полезная функция, потому что хрен его знает, как это сложится, следующая миссия. Куда нас завернет наша судьба-судьбинушка. Поэтому надо прокачать, чтобы они под водой как бы меньше дышали. Я так на картаны присел. Ну чё, пацаны, пацанята? Что, есть там это, вражеские корабли, а если найду? Ладно. Ну что ж, поднимаемся и уходим отсюда. Я взял новое задание, поэтому сейчас мы пойдем, я вам покажу какое-то новое... Так, ладно. Итак, вот мы выбрались из порта с нашей суперкомандой, с нашим Серегой, который нас
Что на меня смотришь? Подставил ты меня в прошлой серии, скотина ты такая. Я чуть самолично не начал топить вражеские корабли. Ну что ж, закрепляем все наши панелечки и, наверное, пойдем в путь. Выходим мы, к сожалению, ночью. И так, сейчас, секундочку. Закреплю все панелечки, которые нам очень сильно понадобятся. Выставляем, естественно, в первую очередь вахту. Вахта. Так, и я хочу, во-первых, показать, что... то ли игра опять забаговала, то ли хрен его знает, потому что слетела наша супер-пупер окраска, обдроченная в том плане, что... Ну вот эта вот маскировка, да, в крапиночку, как я в прошлой серии назвал, типа, команда долго находилась, типа, на вахте, да, то есть в походе, и такая интересную окраску. Она слетела после того, как я зашел в порт. Эмблемы я также не смог поставить, поэтому мы идем сейчас как реально, как нубы-капитаны какие-то. Ночь, ни хрена не видно. Ну и задание. Задание наше состоит в том, что мы должны патрулировать вот эту вот точку. До 1 апреля, сейчас декабрь 20-е, до 1 апреля 40-го года. То есть, очень-очень много нам дается времени на это выполнение задания. Так, что нам пишут? Нападение на британские суда близ их побережья несут ущерб, возможно, британцам наращивать военное производство. А район Северной Ирландии представляет богатый выбор цели для атак. Ну, надеюсь. Ведь многочисленные конвои начинают свое плавание именно оттуда. Главное, чтобы это не были, сука, мать его, рыболовецкие суденышки, которые мне очень сильно уже надоели. Что ж, нам сказано вот это патрулировать, поэтому мы идем этим курсом, прокладываем себе именно в эту точку. Мы еще дополнительное задание взяли, которое я вообще не знаю, бесполезное занятие, ну да ладно. Пройдем мы, наверное, где-то здесь, подальше от вражеских портов и прочих опасностей, и пойдем прям в точку патрулирования. Как-то так вот. Надеюсь, все-таки удача будет на нашей стороне, и мы не будем встречать реальные тереблавецкие суденышки, которые меня уже достали, ей-богу. Так, будем идти на 11, на 9 точнее, чтобы особо так тоже топливо не тратить. Ну и все, и пошли. Пошли. Время сейчас сколько? 10 часов вечера, прям в самую ночь вылезли. Луна. Охренительно. Охренительно. Красиво выглядит. Ну что, может быть мы на Луну слетаем? Пошли нахрен эти американцы, давайте лучше мы на Луну слетаем, а? Степан, я думаю, будет не против. Ах, ладно. Ну что ж, включу запись, когда что-нибудь интересное будет. Надеюсь, это интересно будет не когда я встречу очередную рыбацкую лодку. Поехали. Все-таки красота. Вот единственное, что радует глаз в этой игре, это вот такая вот красота. Удачный момент подобрал. На заставку в видео пойдет. Поэтому сейчас, погодите, сейчас так. О, мне даже привет передал, видели, там рукой так, оп, перемотать назад, так, правой рукой так, оп, еще что-то пальцем показывает. Охренительно. Надеюсь, в этой серии не будет вот этих глупых багов, потому что если в этой серии такие же баги продолжатся, то я не знаю, ребят, ну, я так играть не могу. Мне игра, конечно, ну, как сказать, если честно, чуть-чуть есть такое... Надоело чутка, поэтому я не так часто по ней сейчас записываю, да и вообще сейчас никакого желания нет ничего записывать, но если она меня сейчас заинтересует заново, если она меня сейчас удивит, да, своими конвоями, надеюсь, я встречу в этой серии охренительные конвои большие, если она меня в этом плане удивит, то, естественно, мы будем дальше продолжать в нее играть, но после прошлой серии вы должны меня понять чисто по-человечески, это был полный бред, конечно, но... И жалко, да, что без окраски, без эмблемы, как будто реально нубы-капитаны полные. Хотя и есть нубы-капитаны, хоть и с двумя железными крестами первой и второй степени, и с кучей наград. Не, ну посмотрите, ну тут только чисто вот на это вот можно любоваться вечно. Ну и как, опять же, кораблики тонут, мои любимые, да? Ну ладно. Сколько у нас там топлива? Топливо 97%, корпус все в порядке. По лодке я, кстати, прошелся, то есть вы, наверное, хотели бы посмотреть, да, как она выглядит внутри. Все точно, все то же самое, единственное, что вот как раз вот добавилось в нашей лодке, так это вот единственное, это вот эти вот всякие
установленные, да, то есть это то же самое, та же самая лодка, только с небольшими изменениями. Я уже прошелся по внутренности корабля, и ничего такого интересного там нету. Вот, уходим. И солнце поднимается такое. Потихонечку. Ну-ка, как погода? Туман отсутствует. Но я бы не сказал, что он отсутствует. Хотя отсутствует, в принципе, это из-за облаков таких. Да, это вот как раз мод с этими облаками. Все, с установки с Артёма Чёрного, он мне посоветовал. В прошлой серии что-то мне показалось, наверное, из-за этого все и забаговало, но надеюсь, что в этой серии все будет нормально. Ну, когда мы прям с облаков вниз опустились. Ну да ладно, все, хватит херней страдать. Ну... Да. Следуем положенному курсу и включу, когда будут какие-то визуальные контакты. На всякий случай я еще раз поставлю варту, чтобы уж точно ничего не пропустить. Поехали. Не, мод все-таки охрененный. Не знаю. Мне так кажется, что он реально такой охрененный. Все никак вот, все сейчас вот иду, да, любуюсь вот этими вот пейзажами. Прям красотища. Хочу с вами вот этим поделиться. Видите, как солнце выходит, да, из-за туч, прям лучи пробираются. Вот эта штука крутится так, я прям так и хочу туда что-нибудь засунуть. Если не руку, то что-нибудь другое. Она так забавно вертится. Ну хотя, если на нормальной скорости, она будет, естественно, нормально идти. Это как раз и есть вот это вот... От радиста, да, то есть гидроакустическая. Это вот эта штука, да, которая крутится, видите, вот она. А это вот как раз вот от радиста, да, чтобы он мог сигналы посылать. Она так забавно крутится. Прям мыльный пузырь из него какой-нибудь надуть такой большой. Такой. Вау. Тучи прошли. Охренительно. Не, ну вот это классно. Луна там скрывается. Вот это классно. Отличная погода. Вот если мы бы сейчас встретили бы вражеский корабль. Правда, мне вот эта пелена не нравится. Какая-то она такая зловещая. Как будто бы не день сейчас. Сейчас, кстати, 2 часа дня, а видимость как будто бы... Не знаю. Может, реально мод. Если мне не понравится в этой серии, то мне придется, видимо, его сносить. Но мне вот это не прикалывает. Что это такое вообще? Видимость как будто бы... Хотя, может быть, так оно и есть в реальной жизни. Я-то вообще не в курсах. Я как бы... Не в военно-морском флоте служил, да? Я все-таки пехотинец, как-никак. Ну да ладно, все. Херней заниматься. А то я так опять полсерии буду болтать, и ничего интересного не произойдет. Не, я не могу, ну это просто охренительно. Сейчас опять случайно включил, и тут луна такая поднимается. Как будто бы реально, знаешь, вы знаете, так выныривает. Не, что-то в этом моде есть, что-то в этом моде есть. Охренительно. Но она скрывается почему-то. Хотя, ну, в принципе, да, сейчас уже утро. 4 часа. Да, видите, луна тонет. Не, классно. Классно. Я все никак не могу, знаете, случайно вырубаю, да, чтобы посмотреть, что творится с погодой, чтобы я просто проверяю работоспособность мода. Класс. И все, она исчезла. И полная тьма. Вот если мы сейчас встретим вражеский корабль. Ну, кстати, вот в такую вот именно безлунную ночь луны не было видно. Как раз вот прямо по курсу, и если, допустим, айсберг будет, то мы его не увидим, потому что он появится только буквально в метрах 500 от нас, то есть мы сможем его увидеть, и у нас-то шансы, да, есть от него увернуться, но вот у Титаника тогда и не было. То есть была реально такая безлунная звездная ночь, видимость была нулевая, и только можно было определить, что... Ну, звезд, правда, было больше, это тут звезд меньше, потому что все-таки игра. Но тогда было просто звездное охренительное небо, и поэтому был шанс заметить... вражеский айсберг, короче. Ну, вражеский айсберг, считайте, так оно и есть, был просто минимален, и поэтому и случилось тогда столкновение. Я просто очень много читаю всяких интересных сведений, да, и прочее о Титанике, потому что я уже говорил, да, что я им увлечен. С 97-го года, как я уже говорил, я там любил больше не вот эту всю любовь-морковь, а вот именно тогда мне было 6 лет, мне сама вот эта катастрофа привлекла особое внимание. У меня была настольная игра, Титаник была, у меня была моделька Титаника. Так, сохранение меня не радует. Моделька Титаника была, которую я потом постоянно тестировал в ванне у себя.
И потом уже начал в Википедии сначала читал, потом в группу ВКонтакте охранительную нашел, который постоянно новости читаю. Я там кучу всего уже прочитал, разузнал, и поэтому я знаю, что говорю. Даже там фотку выкладывали именно вот, как выглядело небо звездное, то есть ночь тогда. Именно в эту ночь, и айсберг прям еле заметный, то есть вообще контур, его хрен увидишь, и он как раз только было его видно, это в метрах с 500. Потому что в основном айсберги, они переворачиваются, то есть все самое интересное, все самое большое, то есть у айсберга, да, там на глубине где-то даже до километра может быть именно под водой, потому что он переворачивается. А вот именно надводная часть айсберга очень малозаметная, хрен его заметишь, то есть это буквально там, ну, метров, может, 100 в высоту, хотя нет, 100, это я даже вру, метров 50, может быть, и он такой темный, потому что он переворачивается постоянно, и не видно даже и малой части этого айсберга, поэтому... Ладно, что-то я совсем уже заболтался, нам еще очень долго идти, поэтому, ладно, что-то я тут вам загружаю вас всякой ненужной херней. Вошли довольно-таки опасную зону, где может быть вражеская авиация нас заметить. Но сейчас ночь, поэтому, может быть, навряд ли нас заметят. Главное нам успеть проскочить вот этот вот маршрут, пока нас не заметят, потому что я не хочу, чтобы нас здесь раскрыли. И, кстати говоря, буду пока помечать, наконец начали появляться вражеские корабли, буду помечать, где они находятся примерно, чтобы знать, где их искать, где они проходят. И главное вот эту опасную зону сейчас пройти. Вот сейчас вот опять же это без... А, нет, все-таки луна есть, полна... Вау! Блин, как же охренительно. Светит прям, как будто бы, я не знаю, лампочка такая. Класс. Видимость вообще просто нулевая практически. What? Что за звук? Слушайте, не пугай меня так. Я вообще что-то не знаю, как-то с этим модом как-то ночи и день как-то становятся такими мрачноватыми, как будто, я не знаю... Сейчас у нас в любой момент появится эсминец, либо линкор, и просто одним залпом нас потопит. Так, я, пожалуй, здесь буду очень часто нажимать, чтобы нам подтверждали визуальные контакты, потому что я боюсь этой местности. Так. Наши всякие сообщения меня не сбивали. Визуальные контакты отсутствуют. Погода, визуальные контакты отсутствуют. Прям очень близко над вражеской базой проходим, да, где авиация есть. И в любой момент они могут нас просто взять и заметить. Надо, пока ночь... Надо отсюда уходить. Тем более мы прямо вот сейчас вот утром, раннее утро, и мы прям в опасной близости от нее будем. Что не очень хорошо. Да. Все-таки мы не сможем проскочить. У нас скорость. Ну, я, в принципе, не развиваю большую скорость, чтобы экономить топливо. Где-то выдаю 9 узлов. Потому что топливо все-таки оно тоже не бесконечное. Надо учиться экономить. Видите, я уже 10%, считайте, потратил. Просто даже не дойдя до точки патрулирование, то есть вы понимаете, да, какие уже расстояния здесь начинаются. А нам еще надо вернуться вот на базу. То есть, да, какое расстояние, да? Ничего себе, я бы так сказал. Так, ну и как у нас погода выглядит? Опять эта туманка какая-то непонятная. Вроде пишет, что туман отсутствует, но я не знаю, я пока испытываю. Артем сказал, что она раз в двое суток меняется, погода. То есть, может быть, сейчас дождь пойдет, либо еще что-то, облака придут и тучи, и как польет, как из ведра. Но пока такая мрачноватая. Да мне не нравится этот шум. Кто там пердит? Че, наш радист, что ли, там, акустик испугался, я понять не могу. Кто там такие звуки издает, а? Ты че бздишь, салага? Пустите, блин, тихо себя здесь вел. Вы пока давайте торпеды тут полируйте. Такой, блин, испугался, видели, да? Ну, увидел у меня железное кресло, два железных креста на груди, и сразу испугался. Понял, что нубы-капитан уже не нубы-капитан, он нубы-капитан юзает баги. И это нормально. Это нормально. Ай, ладно. Визуальный контакт отсутствует, погода пока что-то не меняется, я не знаю. Пока я в больших сомнениях с этим модом. Может, я неправильно его в порядке установил. Ну, может быть, может быть. Тут... Ага, ну вот и воздушная цель, отлично. То есть даже и запись не надо прерывать. Может быть, из-за того, что я неправильно его в порядке поставил. Так, где этот засранец? Ну, теперь нас преследовать будет. Он совсем близко на нас, от нас, на нас. Прям
над нами, короче, алярм сейчас буду кричать. Вот он, нет? Или у меня глюки? Где он? Вот он. Так, давайте встанем к зенитному орудию и давай... К зенитному орудию. Я не хочу, чтобы нас тут преследовали. Давайте сбивать этого мазафакера. Зенитное орудие. Так, стрелять по приближающимся целям на средней дистанции. Если он опять к нам придет, то мы будем его бомбить. Если он будет к нам именно приближаться, то есть... То есть, если он будет мимо там проходить, то еще ладно. Но если он будет идти на нас, чтобы попытаться сбросить на нас торпеду, а тут есть такие бомбардировщики, которые могут спокойно торпеду сбросить и нашу лодку неплохо так... Ни хрена себе, тут у нас две зенитки, да? А один и второй стоит. Ну, классно. То есть, шансы попасть по этим засранцам увеличиваются. Так, новый тип у нас, к сожалению, только не открыт, у нас только бронебойный. Ну и бронебойными тоже неплохо по нему будет. Так, вы поняли, команда, да? Стрелять по приближающимся целям на средней дистанции. Так, ты... Что? Я боюсь в эту игру играть. Когда вот это начинают эти скачки, я начинаю пугаться. Я уже повидавший хоть и виды, да, ну, капитан, но, ну и он нахрен. Серег, ты давай следи за своими подчиненными. Потому что сначала я отдаю приказ офицерам. Офицеры должны отдавать приказ сержантам. Сержанты должны отдавать приказ рядовому составу. Капитан за бортом! Нет, 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 нет. Понял, да? Вот так вот, как в армии действует, так и на военно-морском флоте, естественно, действует. Сначала капитан отдает приказ старшим офицерам, старшие офицеры младшим офицерам, младшие офицеры сержантскому составу, сержантский состав отдает рядовому составу. Так что давай следи за тем, чтобы у тебя экипаж тут не захотел искупаться. Вот что я хочу тебе сказать. Ну, а мы идем. Все-таки нас заметили, и это очень плохо. То есть о нас уже доложили, что мы здесь находимся. Так. Но это самолет. Да, это опять самолет, и он приближается. Но надеюсь, сейчас-то вы собьете его. Да, вот, точно. Флюпчхохинджишт. Где этот скотина, а? Ага, вот он идет, видите? Вот он. Ну сбейте его. Он задолбал меня уже. А, даже уже вдвоем идут. Так, стреляйте по любой возможности. По своему усмотрению стреляйте. И на большой дистанции даже можете. Вы будете вообще стрелять? Эй. Вы не уснули? Эй. Путин. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Вы будете стрелять? Взгляд просто каменный. Он просто хочет убить меня. Ну точно, Владимир Владимирович. Ой, ну все, нас засекли. Мне, конечно же, не помешало бы сейчас уйти под воду. Но, так, кстати, а сколько у нас... Ни хрена себе, тут какая глубина. Это здесь такая глубина? А, ну да, в принципе, по карте видно, что здесь глубоко. То есть можно заметить, да, где мелководье, а где глубоко. Вот здесь вообще такая глубина, там больше 1000 метров просто будет. Ну-ка, дайте мне посмотреть на это. Что, прям реально такая... О-о-о. Так. До каких я могу опуститься? О-о-о! Блин, мне страшно. Ребят, мне реально сейчас страшно, я не прикалываюсь. Я ненавижу на такие глубины опускаться без... Да ну нахер, что-то у меня сейчас мурашки по телу пробежали. Ну какая-нибудь ебаклака вылезет, и я испугаюсь. Фу, нет. Это я сейчас серьезно говорил, я-то не прикалываюсь. Я ненавижу на такие глубины здесь опускаться. Так, опять флюкингезист. Ну давайте уже стрелять, что ли. Ага, вот. Уже волнения появились. Скорость ветра 7 метров в секунду, направление... 13. Да, уже волнение есть. 7 метров в секунду. Выглядит охренительно. Да, выглядит просто охренительно. Мать моя женщина, как охрененно. Нет, мод заслуживает права на существование, потому что он реально выглядит даже красивее. Можно даже сравнить прошлое видео и вот именно этот. И вы сами видите, как это красиво выглядит, но я тут все болтаю, а над нами тут кружит вражеский флюп Андензихт. И меня это совсем не прикалывает. Уже 2000 метров над нами, 137 это где-то здесь.
Где-то они там шумят. Ну и мы их не видим. Отдаляются. Ну, в принципе, мне не страшно даже, что они нас спасут, потому что сейчас мы выйдем из зоны их действия, да, хотя это не скоро произойдет. Конечно, не помешало бы нам на глубину опуститься. Но они нас явно преследуют, то есть они докладывают, что мы находимся здесь. И это не очень радует. Но вроде как отстали. Хотя не факт. В любой момент могут опять к нам явиться. Сейчас уже вечереет, нас обнаружить практически будет нереально. А если будет еще и погода плохая, то туман бы не помешал бы. Сейчас бы нам не помешал бы туман. Именно туман до того самого момента, пока мы не встретим вражеские корабли. Потому что торпедировать в туман, это... Опять же, у того же Димки было, я помню, как он всплыл. И прям всплыл в 200 метрах от эсминца. Это было, да, так сказать, очень эпично, когда он просто с криками «Ааа! Под воду уходим, мои воины!» Или что-то типа того, я уже не помню ни хрена. Кстати, надо будет его досмотреть, эти прохождения, а то я остановился на 40-м году. Но я просто не хочу себе впечатление тоже портить, поэтому особо так и не смотрю его прохождение. Хочу сам научиться и подучиться. Я еще пока еще на 100% не научился определять именно скорость. У меня вот больше всего, что нужно, так это определить скорость судна, чтобы торпеды по нему пустить, по движущейся мишени. То есть я, в принципе, понимаю, как это можно сделать. Там даже можно на самом перископе засечь время, но именно... Ну, не знаю, если будет такая ситуация, я вам покажу. Попытаюсь все-таки точную скорость определить, а не наугад стрелять, как я это люблю. Ну вот вроде все. Вышли мы из зоны вражеской авиации, можем спокойно теперь идти. Визуальный контакт отсутствует. Ну и включу запись уж типа точно, когда мы что-нибудь да обнаружим. Или еще что-нибудь. Ай, ладно. Все равно я включу запись по какой-нибудь херне. Да. Главное, не пугайтесь, если я резко закричу, если я встречу вражеский конвой. Так, все выключаю. Да, говорите, здесь много кораблей, да? Что-то я уже задолбался эту точку патрулировать. Все основные вражеские корабли проходят именно по этой метке. Здесь один конвой был обнаружен разведкой нашей. Если я сейчас, пропатрулировав этот квадрат, не обнаружу здесь, то, наверное, пойду где-то здесь искать вражеские корабли, потому что, ну, что-то я как-то уже задолбался немножечко искать вражеские кораблики. Тем более, мы уже потратили неплохо так топливо, патрулируя заданную точку. Поэтому, наверное, буду менять свой курс. Если так и дальше, я ничего здесь не буду... обнаруживать. Блин, как только включил запись, сразу сообщения какие-то повылезали. Специально, что ли? Лучше бы, когда я включаю запись, мне бы вражеские корабли бы встречались. Чем... О, туман слабый. Хм. Вот на это я посмотрел бы. 10 метров в секунду. Туман слабый. Ну... Ну да. Облачно, может быть, даже дождик пойдет в следующий день. Хрен его знает. Но визуальные контакты по-прежнему отсутствуют. Печально, печально. Вроде кораблики есть, но они не там, где мы патрулируем, поэтому... Вот еще один появился. Да, мне все-таки, видимо, придется в эту точку переходить потихонечку. Потому что прям вот так вот патрулировать, прям пойду вот по этой точке. Буду искать их там, а не здесь. Потому что наше командование, видимо, не до конца знает, что от нас хочет, потому что послало у нас какую-то мертвую точку, где вообще ни хрена нет. Это... Тебе уже себе тут такой маршрут сделал просто зигзагами. В этой точке мы честно патрулируем, но никого здесь обнаружить не можем. Главное, чтобы когда мы начнем топить корабли вражеские именно в этом точке, нам засчитало вот это задание. Я очень надеюсь, что оно нам засчитает, если мы будем там топить. Потому что за это нам дадут 2 звезды. Я даже не знаю, сколько тут надо тоннажа потопить, чтобы 2 звезды-то заработать. Что здесь не пишет почему-то. Сколько нам здесь топить, я хрен его знает, чтобы выполнить это задание. Но здесь вообще ничего нету. То есть, сколько я здесь уже хожу? Уже 2 суток. Уже мы вышли из порта где-то 20 декабря. Сейчас уже 29, 9 дней мы в походе. Уже почти даже 10. И пока я никого здесь не встретил, кроме вражеских... Как они там? Фунт энд шип, там, вот эти летающие самолетики. Вот, видите, я уже и так патрулирую, и так, и я так, и... Как только можно, но
Суть по всему, здесь никого нет, поэтому мы меняем свой курс. Мне надоело уже здесь тусоваться, где нет ничего интересного вообще. Поэтому давайте новую точку маршрута. Где-то будем именно по этой исследовать, где были встречены вражеские конвои. И где-нибудь назад еще вот так вот вернемся. Будем вот так вот точку эту патрулировать. Надеюсь, мы кого-нибудь да обнаружим. А, выставляю я, естественно, опять же, 9... Да, все правильно. Правильно. Молодцы. Команда молодцы. Главное, чтобы не сосали концы. Ладно. Так, окей. Сохранение. Сохранение, это значит, что, может быть, я уже сейчас встречу вражеский корабль. Нет, визуальный контакт до сих пор отсутствует. Вот еще, кстати, еще здесь мы обнаружили торговое судно. Главное, чтобы не рыболовецкое судно. Так уже бесит меня. Я уже даже их с зенитки пытался топить. Это ж такой лол был. Ну вот, мы уже потихонечку приближаемся к этому точку, к этой точке маршрута. Пока не урожайный у нас поход, совсем не урожайный. Кораблики еще не поспели, грибы еще не поспели. Видимо, не сезон. Ох, срезать бы их парочку торпед, чтобы такой улов был у нас крупненький. Но нет, пока. Пока контакты отсутствуют. Ночь опять. Вот главное, чтобы ночью мы не наткнулись на какой-нибудь... О, кстати, в нейтральном порту находятся вражеские суда. Разведка нам доложила. Так что и здесь можно метку поставить. Так что если будет совсем все плохо, хотя это не входит в нашу зону влияния, насколько я понял. Или входит. Ну, вроде как входит. И в эту, и в ту сторону входит. Можно даже попытаться и до сюда дойти, да? Вроде как тоже должно входить в зону влияния. Входит и выходит. Может быть, опять игра заглючит, и мы будем опять втопить вражеские корабли в порту. Но я не хочу, я хочу попытаться именно по движущимся мишеням попробовать попасть. Ну, пока нам игра этого вообще не позволяет. То есть, вы видите, я уже замотался ждать и мотать тут круги. Нам тут всякие сообщения продолжают присылать уже 30 декабря. Вот прикиньте тогда, Новый год встретить в походе, да? То есть там все бухают, там все празднуют, там Черчилль там попивает свой там виски, хрен его знает, что он там, бурбон, не, нет. Что-то там свое, короче, попивает там. У нас шнапса там вовсю хреначат, да? А мы патрулируем. Давайте я даже домотаю до Нового года. Я прям хочу поздравить команду с наступившим Новым годом. Ах, прям хочется поздравить всех и каждого. Бедные мои товарищи оказались в патруле. А прикиньте, сейчас в Новый год прям под 12 часов ночи мы встретим вражеский корабль. Это же будет вообще просто капец как уморительно. Так, главное не промотать время. Надо поздравить свою команду с наступившим Новым годом. А, нет, это что? Господи, я совсем уже с ума схожу. Это 31 декабря надо поздравить. Я что-то совсем уже с ума схожу. Ай, ладно, забудьте. Короче, поздравим команду. Но мы будем продолжать следовать именно по этому точке маршрута. Да, визуальные контакты отсутствуют. Визуальные контакты отсутствуют, 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 отсутствуют. Вахта стоит, но визуальные контакты отсутствуют. Еще один какой-то конвой заметили наши разведчики. Но не поблизости, то есть не у нас где-то. Поэтому даже помечать не буду. Я буду помечать только в том случае, если будет прям вот здесь где-то. Да, вахта стоит, но все равно ни хрена ничего не видно. Но не урожай, не урожай. В этом походе нам что-то как-то не везет пока. Нет, никого нету. Есть нейтральные торговые суда, но нейтралов мы топить, естественно, не собираемся. Ну что ж, Новый год, почти Новый год настает. Там, наверное, каждому по шнапсику выдам все-таки, пусть немножечко глотнут хотя бы. Но не больше одного стаканчика, ни одного глотка, не больше. А то будем пьяными сражаться и просто в Новый год же и потонем. Как Новый год встретишь, да, так его проведешь. Суть по всему, мы целый год будем проводить в походе, где нет ни одного вражеского корабля. Опять нейтрал, это тот самый нейтрал, который уже дошел до сюда. То, что мы медленно идем, чтобы топливо не тратить. Ни хрена себе топливо не тратить! Какого хера 14 узлов вы выдаете? Я что-то понять не могу. Ахер! Да вы что, смеетесь, что ли?
Ни хрена, мы увидели, сколько мы топлива потратили. Я только сейчас заметил, что мы 14 узлов какого-то хера выдаем. То есть мне сейчас придется, не сонно выхлебавши, да, возвращаться, извините меня, в порт, чтобы это, получить еще топливо, потому что мы тут сожгли. 14 узлов, ни хрена себе я прокачал там Степану, что он, или кого я там прокачал, что он выдается только из лодки на среднее, причем, а, то есть вот это считается, типа, неполный вперед, да, то есть это такой малый вперед. Охренеть. Да, вот уже приближается к Новому году, все. 22. И что ж, моя команда, моя дорогая команда, не повезло нам, не повезло. Встречаем мы Новый год, к сожалению. Да, встречаем мы Новый год, к сожалению. В походе. Ну что ж, речь капитана, 5 минут, знаете, как речь президента. Ну что ж, дорогие мои воины, морские волки, я, как нуба-капитан этой подводной лодки, поздравляю вас с успешным и даже, да, можно сказать, успешным прошедшим годом. Мы начали свою карьеру очень успешно. Нас, правда, чуть не потопили, но это потому, что я еще был совсем нуба-капитаном. Сейчас я уже опытный капитан, и поэтому могу сказать, что в этом году вы справились очень хорошо. Конечно, некоторые вели себя очень плохо в этом году, да, Сережа? Ну да ладно, не буду я вас расстраивать. Сейчас я возьму шнапсика. Если я, конечно, найду еще в этом темени... Да, все, зашел. Так, беру бутылку шнапса, сейчас прям в Новый год и откроем. Хочу выразить огромную благодарность нашему Степану. Степан, как бы ты ни возмущался, что я тебе постоянно... целую, но ты должен понимать, что ты охрененно справляешься. Наверное, все руководство СССР и лично товарищ Сталин, который пишет у меня в комментариях, тобой доволен. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь скоммунизить нашу машинку Энигма. Где она? Вот она там пищит. Во. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь ее стащить, но всему свое время. Может быть, в новом году тебе это удается и удастся из-за успешного выполнения своих заданий. Я даже тебе сам лично ее подарю. Пусть советы радуются. Мне не жалко. Хочу также поблагодарить Степана, Санька, за то, что он поддерживал команду в хорошем боевом духе. Так, только не фейспалм. Я, конечно, понимаю, что... Да, он не хочет меня видеть. Команда очень недовольна, что она встречает Новый год с... в подводной лодке. Ну что ж, все молодцы, даже ты, дембелек. Даже ты, дембелек, молодец. Ты тоже красавчик, правда, руки так до сих пор не помыл, поэтому тебя за руку здороваться не буду, но ты разгоняешь лодку так, что мы тратим топливо, охренеть как. Какого хрена ты так лодку разгоняешь, скотина? Так, 3 минуты до Нового года. Кого я еще не поздравил? Васек, да, кто там? Васек. Ты, желаю тебе в Новом году, чтобы ты не оглох, потому что у тебя работа очень жесткая. Если там кто-нибудь пернет на вражеском эсминце, ты это услышишь. Услышишь так, что оглохнешь. Потому что тут гидроакустика... ну, как сказать, очень мощный звук. То есть он прям слышно, можно даже все. Чуть ли не там, что даже говорят на вражеском корабле, если так сильно настроить и в близости пройти от вражеского корабля. Хочу поздравить также моих торпедистов. Благодаря им мы выкрутились из сложной ситуации. В критический момент вот этот вот чувак смог настроить команду так, дать приказы так, чтобы они зарядили торпеды, они попали точно в цель. Не отворачивайся от меня. Тебя я тоже поздравляю. Так, на тебе, держи кружку пока. Сейчас все команды кружку раздам. Тебе на, держи, на, тебе держи. Вот бутылочку у вас я здесь оставлю. Поп, оставлю бутылочку, так. Чтоб не больше одной кружки выпили, поняли? А то мы будем пьяные тут, встретим вражеский корабль, и будет очень, все очень печально. Так, вам тоже раздам. Тебе обязательно, на, тебе прям сам тут лично налью. Лично налью. Так, ты... Ты меня задолбал всякими сигналами посылать, которые бесполезны, поэтому... Ну ладно, на тебе, чуть-чуть тоже налью. Чук-чук-чук-чук.
Так, Степану я прям дарю целую бутылку шнапса. Вот прям ставлю тебе на стол. Пум. Прям целую бутылку шнапса заслужил. Ну, в общем, поделишься как-нибудь с командой, я думаю. Одна минута до Нового года. Так, а вам здесь тоже сейчас раздам. Хоп. Так, Сань, на тебе. Только смотри, не выжри все, я знаю, ты можешь выжрать всю бутылку. Поделись с командой тоже, на, ставлю тебе. Так, тебе тут еды подолью. Хлебнешь, ты любишь хлебать свой суп. Так, только не касайся меня руками, на тебе тоже кружку. Не трогай меня руками! Все, на тебе тоже, налил. Ну и вам тоже. И тебе тоже дембелечек здесь. Давай сюда, протягивай. На тебя прям вставлю. В руку. Одна минута до Нового года, ну что ж. За Гитлера, за Великую Германию. Давайте хряпнем. С Новым годом, пацаны. Ура. Ура. Да. Ура. Новый год в лодке встретить. Охренеть. Там все сейчас куранты там бьют у нас. Точнее, в СССР, да, там. Там Сталин лично всех и каждого поздравляет. В комментариях, я думаю, тоже скажут приятные слова. Ну а мы... мы встречаем свой Новый год в лодке. Пока все остальные празднуют. Да, ребят, не повезло нам. Не повезло. О, даже, кстати, с палубных орудий с зениток ушли люди. Празднуют. Да! Ну что ж, ладно, на тебе и держи тоже, тоже хлебни. Сережа. Да. 1 января 40-го года. И мы встречаем это в подводной лодке. Топлива у нас мало, потому что мы сожгли ни хрена себе. И мы никого здесь не замечаем. Это, по-моему, серия будет вообще без экшена. Потому что я не знаю, я уже сколько здесь хожу по этим маршрутам. Ну смотрите, вообще никого нету. Были вражеские корабли, видимо, они все празднуют. О-о-о-о! А вот это может быть очень даже удачно. То есть она идет прямо. Сколько у нее? Скорость 6 узлов. 6 узлов, в принципе, можем пойти к нему на перехват. Давайте 10 узлов. Пойдем ему на перехват. Может быть, все-таки в Новый год нам удастся испортить праздник британцам. Гребаные британцы, собаки. Заставили нас тут, блин, патрулировать. Если бы не эта война гребаная. Мы бы сейчас не патрулировали, а праздновали там в борделях со своими семьями, там, или со своими семьями, там, может быть, даже с двумя девчонками, там. Кто как. Надеюсь, мы все-таки поймаем этот вражеский конвой. Не уйдет он от нас, я думаю. Где-то вот так вот его перехватим. И будем его ждать. Ну, давай. Надеюсь, нам повезет все-таки. Так, отсутствует. Не очень весело, но он отсутствует. Туман умеренный, кстати. Стоп. Что? Что там было написано? А, это туман. Туман умеренный. Давайте посмотрим на умеренный туман. Ну да, даже если он пройдет от нас, мы навряд ли его заметим. То есть это надо прям супер зоркие глаза. Я думаю, команда уже отрезвела после Нового года. Все-таки я очень надеюсь, что мы обнаружим этот вражеский конвой, но он идет очень медленно. В принципе, можем его попытаться перехватить. Но, опять же говорю, пока не везет нам. 10 узлов выдаем. Ну давай, ну господи, ну удачи. Что сегодня от нас отвернулось-то, а? Даже британские вот эти вот... Даже британский конвой, и то еле там плетется, видимо, тоже набухались. Да, совершенно никого мы не встречаем, и этот конвой явно уже ушел. Нам кучу тут всяких сообщений посылают. Либо мы перехватываем, либо хрен его знает. Нет, походу мы его не обнаружим. А очень жалко. Мы прям на него шли, но он ушел от нас, да. Стоп, вот он. Походу, это он.
Один из тузлов. Хотя это может быть и другой. Но надо его перехватывать, идти на полных парах. Он очень близко от нас находится. Надо его... Ну-ка. 43 километра. 44. Надо его перехватывать. Идет он примерно таким курсом, поэтому надо его точно уже перехватывать. На полной скорости идем. Выдаем из машины своей все. Просто на полных парах идем. Надо догонять. 18 узлов выдаем, прикиньте. Надо догонять. Тем более он идет со скоростью 11 узлов. Так. Докладывай мне. Ну неужели мы... Ну да, ну пожалуйста, игра, ну дай мне встретить. А только не ночью, а то сейчас уже вечереет немножечко. Ну где же, где же, где же, а? Но! Но! Твою мать, а! Мы быстрее него шли, поэтому мы могли даже его уже перегнать. Поэтому я, наверное, немножко курс изменю. Пойду к нему навстречу. Где-то вот так вот. Мы должны его догнать. Мы уже его практически... Ну, можно сказать, мы его перегнали уже. Мы просто сейчас идем по ему навстречу. Но вот если бы не туман бы еще, умеренный, в любой момент мы можем прям с ним столкнуться. С этим конвоем. Но нет, и кажется, мы и его пропустили. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я не знаю, что мне делать, ребят. Просто не везет. В этой серии нам просто не везет. И такое бывает. Да, если вы хотите сказать, что он до сих пор здесь, нет. Уже время много прошло, он уже ушел от нас. Но мы следовали по его маршруту. Я не знаю, куда он делся. Но здесь явно куча вражеских кораблей, может быть, поэтому мы продолжим, естественно, патрулирование. Но печально, печально. Мы уже столько топлива пожгли, и так и никого и не встретили. Потому что нам еще надо... О, 60... уже 60% осталось топлива. А нам еще надо домой вернуться. Да, неудачный поход. Неудачный. Неудачный. Это дружеский, я даже его помещать не буду. Ну как дружеский, нейтральный точнее. Ладно, включу запись, когда все-таки обнаружу. Надеюсь, что обнаружу хоть какой-нибудь конвой. Так, туман умеренный. Да. Прервите патрульную операцию и приступайте к самостоятельным действиям. Командование подводным флотом. Да. То есть нам уже дали задание, чтобы действовать самостоятельно. И я, знаете что, уже начинаю планировать опять идти во вражеские порты. Тем более здесь вроде как есть торговые суда. Наверное, сюда мы пойдем. Но здесь, опять же, наверное, есть шанс, что мы наткнемся на минные заграждения. Потому что здесь расстояние, да, 4000 метров. Со 100% уверенностью, что я думаю, что там есть как его, мины. Но мы все равно пойдем туда, потому что, ну, здесь что-то нам как-то вообще не везет, поэтому, наверное, пойдем все-таки в порт. Пойдем во вражеский порт и будем искать удачу там. Главное, чтобы не наткнуться опять на баги, на всякие обидные. Где-то, наверное, мы пойдем вот так вот и... Да вот такой по дуге, в принципе, и пойдем и завернем во вражеский порт. Где-то примерно такой точка маршрута мы задаем себе. Вот так вот. Расстояние, получается, здесь остается до порта где-то 8... О, вообще замечательно. Просто самая лучшая позиция для торпедирования и для всплытия. И опять начинать творить полную ватханалию. Нет, все, надоело мне. Идем во вражеский порт. Надеюсь, нам все-таки засчитают, если мы там будем топить. Да, потому что топливо кончается, я так постоянно патрулировать тоже не могу. Будем приближаться к вражескому порту. Да, хотел я, конечно, топить цель в движении, но вы сами видели, что-то сегодня нам не везет. Не везет новому капитану. Так, еще мы замечаем вражеский конвой. Ну, а толку-то от него? Мы все равно идем уже в порт. Ладно, выключай пока запись. Так, также было замечено и в другом вражеском порту торговое судно. Так что, в принципе... Не, пойдем на риск, пойдем именно в этот самый порт. Я думаю, что он здесь все-таки вкусненький. Тем более, мы уже курс проложили, и менять его я не собираюсь. Так что, идем сюда, да.
Ой, что-то как-то я разогнался. Да, надо потише немножко сделать. Мы все-таки входим во враждебные воды. Даже на 512. И даже 256 я поставил, потому что слишком я что-то разогнался. Так, вроде 14 узлов мы не выдаем, а также двигаемся очень быстро. Да, новая лодка, она офигенная. По скорости. Но топливо жрет, конечно, дай боже. Капец уже, 56. То есть, если мы тут не встречаем, то я, наверное, пойду в этот порт. Если там уже не будет, то мне придется возвращаться, потому что, ну, вообще что-то как-то не везет. Так, мы приближаемся опять. Только не говорите, что здесь опять никого нет. Ну, хоть кто-нибудь. Кто-нибудь. Будет? Не, то ли мод, то ли я хрен его знает. Мне прям уже хочется его снести. Я не знаю, может быть, это из-за него, а может быть, реально просто так везет мне. Потому что, ну, я пока никого не замечаю. Здесь, по идее, уже должны находиться вражеские этот... как бы охранение. Все-таки это же британский флот, а не какой-нибудь там польский. У них боевых и торговых кораблей предостаточно. Но мы спокойно пока идем, я даже погружаться не буду. А зачем? Смотрите. What the fuck? Ну, what the fuck, игра? Ну, что ты, зачем ты, вот, ты специально убиваешь мне интерес, что ли, к тебе? Понять не могу. Вот мы спокойно уже просто сейчас... Мы спокойно опять входим в враждебный этот. Главное не наткнуться на сети какие-нибудь противолодочные. Я думаю, что они здесь тоже могут быть. Туман. Вот что плохо. Может быть, из-за этого мы не видим. Да, туман умеренный. Ну, хрен его знает, ребят. Ни хрена себе, мы просто в наглую вошли. Мы просто в наглую опять вошли. Да фак, как это? Воу! 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 Ты! Ты! Ааа! Явол, Herr Kalon! Der Geschütz besetzt! Твою мать! Вот, вот о чем я говорил. Туман очень опасен. Туман, мать его, 1000 метров до него. Прикиньте, как мы близко к нему просто. Так, стоп, машина. Я не хочу пока идти никуда. Стоп, машина, надо его потопить. Что это вообще хоть такое? Ну, это явно не боевой корабль, хотя... Он один... Охереть просто. Так, игра что-то как-то залагала. Ты кто? Ну, у тебя есть пушки. Ты будешь обороняться? А команда где? А почему я не стреляю? Ты кто вообще? Что? What? What the fuck? И чё всё затихло? А почему? Это всё, это что, ему хватило столько залпов, да? Чё, бредите, что ли? Эй! Вот, стреляйте. Не целится больше, видимо, ему хватило. То есть мы его, видимо, потопили с пару залпов. Я не верю в это, я поэтому сам подстреляю ещё по нему. Так, ясно. Ага, уже по берегу там стреляем. Вот! Вот это я понимаю, вот это уже более-менее похоже на то, что... Ему еще не хватит. Вот! Вот теперь точно ему хватит. Мы, видимо, какой-то критический урон ему нанесли. Ну что это такое вообще? Вроде вооружен, но без команды. Вот, смотрите, даже видно, да? Зима. О, снег. Охренительно, да? Ты кто такой вообще? Похож на что-то боевое. Ребят, а хотите прикол? Мы потопили с вами сейчас только что эсминец. Это эсминец. Мы в наглую сейчас потопили эсминец. Не, с этой игрой что-то явно не так. Мы эсминец потопили. То есть, не, прикиньте, да? Мы эсминец, сука, потопили. С палубных орудий. Вот, команда уже, даже видно. Ты что такой замерзший? А, это капитан. Вот это уже реально... Вот это капитан, да. Во!
Вот эту картину я и хотел получить. Охренительно. Смотрите. И капитан, да? Ножки так задрав. Вместе с кораблем ушел. Вот это капитан. Да, это 100% капитан. Я не знаю, что-то как-то вообще не так с этой игрой. Давайте, знаете что, я все-таки попробую отключить этот мод. Если и дальше и без него будет происходить такая херня, то значит игра реально сломана. Мне все-таки кажется, что что-то мод там неправильно поставился, потому что это полный бред. Мы только что потопили эсминец с палубных, сука, орудий. С палубных орудий. Эсминец! Как я и хотел, в принципе, в прошлой серии, да, засчитывается, значит, можно здесь тусоваться. Поэтому я сейчас сохраняюсь, выхожу и удаляю этот мод, и загружаюсь, и пробую заново. Ну, не заново, а продолжить. Потому что, ну, это бред полный. Мы потопили эсминец с палубных орудий. Он даже... Он был от нас на расстоянии 1000 метров и ничего с нам не сделал. Бред? Бред. Все. Сейчас я перезагружусь. Так, ну, отключил я мод. Сразу заметно, что графон немножко изменился. The fuck? Мы просто сейчас в аду. Ты кто? Это эсминец. 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 Стреляй! What the f... Что я делаю? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Блядь. Окраска появилась. Нет, это явно что-то мод сделал не так. Моя окраска появилась. Без эмблем, потому что я ее не ставил. Вы вот это видите? Нет, это явно мод что-то делал не так. Я сейчас... Ну, я продолжаю все равно топить из... По мне стреляют? По мне стреляют! Все, игра очнулась! Алярм, сука, на погружение, блядь! По мне стреляют сейчас... Я слышал сейчас, как по мне стреляли. Твою мать! Вот теперь игра очнулась! Вот теперь игра очнулась! Ёп! А, твою мать! Вот теперь игра очнулась! Охереть! Да, это мод был, ребят. Теперь, вот теперь все становится очень интересно. Эсминец мы немножко повредили. Да, это был мод. Прости, Артём, но мод говно. Охереть. Да погружайтесь вы уже. Ёб твою мать. Мы прям в аду. Мы в самом пекле. Целостность корпуса нас повредили немножко. Что у нас повреждено? Ага. Моторы. Вот это плохо. Вы погружаетесь, блин, погружайтесь побыстрее. Сколько здесь глубины? Вообще здесь нулевая глубина. То есть, если нас сейчас начнут топить, мы... Твою мать. На глубину, на глубину. Вот он, экшен, ребят, начался. Какой, какой глубина? Сломалась, по-моему, потому что мы не можем определить. Твою мать, а? Вот это я попал. Вот отключил, называется. Мод вовремя, прям в самом аду. Вот теперь пацаны работают. Вражеские. Вот как-то поэтому можно определить скорость движения судна.
Тут еще какие-то вот эти значения можно двигать. Я так и до сих пор еще пока не знаю, как. То есть выцеливаешь от начала до конца. Засекаешь время, и за сколько он именно вот эту точку пройдет полностью. Так ты и вычисляешь его скорость. Но я... Надо посмотреть у Димки, как точно определять. Тут вот эти как раз секунды пишут, и сколько узлов определяет. Так, ну ладно, я не тем занимаюсь, потому что нас, сука, обнаружили. И мы прям в самом сердце врага. Нас уже успели повредить. И эти сейчас засранцы к нам пойдут. Да где ты? Да... Да как тебе... А, во. Так, стоп. Попробуем. Я, конечно, понимаю, сейчас неудачное время, чтобы это делать. Сука, не вижу ни хрена. Ага. Ага. Сорок одна, да? Это получается... Он идет где-то 9, что ли, узлов. Девять узлов, да? Вполне реально. Так, ну, в принципе, я более-менее понял. Значит, он идет 9 узлов. Так, я все-таки попробую по нему выпустить торпеды. Я, конечно, понимаю, что это сейчас глупо именно так вот испытывать сейчас свою судьбу. Так. Выбери ты цель. 3000. 3000. 9 узлов. 9, значит, да, говоришь? Ага. Окей. 9 узлов. Смотришь ты на меня с таким вот углом. Стрелять будем первый, третий. Первый. И третий. От нас он уходит. То есть он поворачивается и делает 9 узлов. Значит, он будет смотреть на нас где-то вот так. Тут на нас смотрит. До него 3 километра. Даже больше уже, считай. Смотрит он на нас так. И он поворачивает, и он будет менять свой курс. Да, смотрит он на нас уже вот так вот. Он разворачивается, значит, примерно... Пуск. Я просто пытаюсь, ребят, если я даже не попаду, я знаю, что я не попаду, но вроде как я теперь понял, как определять эту херню, насколько я могу понять, опять же, судить. Надеюсь, я все правильно сделал. Блин, я сальво большое иногда поставил, я просто не заметил. Да, я, по-моему, большой сальво поставил, сука. Очень большой сальво. Блядь, твою мать, дебил. Три километра. Прикиньте, 3 километра до цели. Он уже развернулся. Не, я не попаду по нему. То есть он не тот курс. What the fuck? Откуда здесь столько много кораблей? И мимо них прошла.
Ну, примерно, если он бы следовал бы дальше так, мы могли бы по нему попасть. Но он ушел. Да фак. Замерзшие, смотрите, замерзшие. Это что за махина такая? И рыболовецкая, само собой. Охереть тут кораблей, ребят. Мы в самом, мать его, аду. Ёб твою мать. Три тысячи. Скорость ноль. Ага. Прям будем стрелять вот так вот по прямой. Сальво маленький. Да, я сальво большой поставил, идиот. Второй, четвертый. Первый. Закрывай. Второй, четвертый. Как же долго это все делается-то, а? Вот так вот будем стрелять. Они не двигаются. Глубина маленькая. Хотя в военное время они могли из пушек, то есть, ну, настоящие корабли могли из пушек сбить эти торпеды, которые по ним идут. По крайней мере, в фильме «Британик» так такое и было, по-моему. Ну, не знаю, не уверен. Но по этим мы должны попасть. Да, мы забрели в самое просто сердце врага. В самый ад. Пошли наши малютки. Идут опять близко. Я вчера просто мало комментирую, потому что я очень волнуюсь. Я в напряжении сейчас нахожусь. Главное, чтобы друг друга не столкнитесь, чтобы не сдетонировать. А то они могут. Ё-моё! Они прям в притирку! What the fuck? Она прям её... Она прям её трахнула и сквозь неё прошло. Нет, с этой игрой явно что-то не так. Но они прям так все стоят вкусно, что я прям очень хочу их потопить. Капец. Зима еще. Но по кому-то мы точно попадем. Тут попасть, не попасть очень сложно. Тут столько этих кораблей находятся вражеских. Большое расстояние. Но они, кажется, двигаются немножко. Но по кому-то мы точно должны попасть. Охереть просто. Вот это я попал. Так. Газопаровая движется вперед, электрическая отстает. Но, судя по всему, мы по этому попадем. Вот по этому. Судя по движению торпед. Мимо рыболовецкой, и слава богу. Конечно, это не тот, который я хотел стрельнуть. Здоровый. Но это тоже неплохо. Говорят, что в комментариях за пассажирский больше БРТ дается. Вроде как. Вот торпеда первая достигает своей цели. Сдетонирует ли? Долго очень нашла. Да, есть детонация. Но это такой пассажирский. Я бы так сказал бы, да, реально такой пассажирский. Очень много шлюпок. Так, а вторая? Вторая дойдет. Очень близко, кстати, мимо вот этого, видите, прошел. Прошла торпеда. Так, я не вижу второй торпеды. Вторая торпеда. Вторая торпеда дойдет. По-моему, она утонула. Да, торпеда вторая не дошла. Она была электрическая, поэтому... Охереть!
просто зашли в полную жопу. Но мы будем здесь пускать все свои торпеды. Так, акустик, докладываем, кстати, о контактах, если который будет к нам приближаться, потому что иначе будет полная жопа. Акустических контактов нет, они все стоят на месте, странно. Очень странно. Так, у нас как раз заряжаются только газовые. Да, как только я отключил мод, сразу отключился туман, и нам, кстати, корпус повредили. Поломку-то мы исправили. 87% поврежден корпус. Давайте посмотрим, пройдемся по повреждениям нашим. Да, все отремонтировали, не зря я прокачал. Да, не зря я прокачал. Ну это охренеть просто. Так, я не туда пошел. Так, боевой дух как у команды, кстати? Никто не ранен? Санек, ты не ранен? Срочно подбодрите ребят. Позаботьтесь об экипаже. Надо боевой дух поднять наших ребят. Давай, особое блюдо готовь. Делаем все, чтобы наш экипаж чувствовал себя более-менее нормально. Степан, ты-то как? Тоже на низком уровне. Да. Торпеды заряжаются. Вот уже в третий пошел. И в четвертый, по-моему, уже зарядили, да? Или это четвертый как раз заряжается? Нет, это третий заряжается, потом четвертый пойдет. Давай, 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 давай. Быстрее, ребят, быстрее. Пока нас никто не видит. What the fuck сейчас это было? Это что? Что это сейчас было? Так. Это, по-моему, все-таки тот корабль затонул, да? То есть это не по нам, надеюсь, тут палили, потому что я время так в наглую ускорил. Да, и окраска сразу появилась. Да, это, судя по всему, утонул тот корабль, как, по которому мы пустили торпеды. Да, судя по всему, он и ушел на дно. Но здесь прям они так стоят в ряд, прям так и хочется по ним стрельнуть. Вот особенно по этому попасть, это вообще было бы просто секс. Но нас пока не замечают. То есть если мы всплывем, все, нам жопа начнется полная. Это не та боговая миссия. Но меня испугало сейчас вот это вот сообщение, которое вылезло. Так, третья заряжается. Давай, 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 быстрее, быстрее. Четвертую давай заряжай. Так, четвертая пошла. Мне не нравится вот этот баг. Это предчувствие. Это явно плохое предчувствие капитана. Что мы вот так вот находимся под водой, как будто бы нас потопили. Все. Зарядили, да? Да, почти зарядили. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Надо пускать все торпеды и уходить отсюда. Я не хочу здесь больше находиться. Так, окей. Акустические контакты. Акустические контакты, докладывай мне. У нас, кстати, крен на лодке, видите? Мы накоренены немного. Как нет акустических контактов? Они что, на месте, что ли, стоят? Слышь ты! Васек, блин! Какого хрена ты мне докладываешь в херню какую? Да, я сам лично послушаю. Ну ладно, поверю тебе на слово. То есть они выжидают. Я не знаю, что они ждут. Я бы на их месте бы давно бы уже в поиски бы отправился, чтобы найти эту гребаную подводную лодку, которая топит их корабли. Но главное, что они хотя бы активизировались. То есть как только мы мод тот отключили, они сразу же Они сразу же начали по нам стрелять. Кстати, а что с тобой не так? Мы же по тебе стреляли. Надеюсь, ты тоже тонешь? Я очень бы надеялся, что ты... Хочу, чтобы ты утонул. Очень надеюсь. Мы же по тебе стреляли. По эсминцу. Да, он тоже, кстати, на дно отправляется. Ни хрена себе, мы еще один эсминец с пушки потопили. Мы эсминец потопили с пушки. Вот, команда там. Ну как вам здесь? А, да нормально вообще. Где вражеская подводная лодка, которая нас потопила? What the fuck вообще?
Эта игра, она издевается надо мной. Ну так ты тонешь или нет? Пацаны. Вы как бы наполовину погружены под водой, вам вообще нормально, да? Да фак вообще с этой игрой не так. Только говорю, мне так может вести с такой херней. Чё с ними не так? Ой, ребят, я не знаю, как это комментировать. Это полный бред какой-то. Ладно. Все торпеды мы загрузили. Сейчас прям просто залп сделаем. Так, ну они двигаются. То есть они немножко двинулись, я смотрю. Ага. А знаете, что я сделаю? Я две торпеды так пущу и две торпеды так пущу. Я думаю, это нормально. Оптимально просто. Так, до них все так же 3000 метров. Теперь у нас газовые, не электрические, которые могут потонуть в любой момент. Так, у нас зарядились вторая и четвертая. Это как раз вторая и четвертая пойдет по этому направлению. Да, вот так вот я их пущу. Сальва 0. Пошли, родимые. Так, закрываем сразу же и целимся другими. Открываем первую и третью. Четвертая и вторая пошла. Теперь стреляем по этим. Включаем первую, третью. И огонь. Все. Все торпеды выпущены. Свою задачу мы, можно сказать, выполнили. Здесь мы неплохо так пошугали их. Так, закрываем отсеки. И сейчас будем следить за движением торпед. Да. Да, ребят. Так, первые две пошли. Но это уже вторые. Точнее, вот они, первые две. И вот они, вторые. Нас пока не видят. И этот все продолжает как-то по-глупому тонуть. Хотя... Он вроде как потонул, но не потонул, да? То есть, лол. Всплыть бы еще по нему бы похерачить, потому что я не хочу его таким оставлять. Как-то странно. Они что там, люки все, что ли, задраили по этому кораблю? А, они вообще спокойно там стоят, курят. Смотрите уже, наполовину. Да, стоят, курят, смотрите. Это что, особенно национальной рыбалки, как там этот генерал нырнул под воду, вынырнул, а у него... была уже зажженная эта сигара. То есть, как будто бы он не нырял. Да фак вообще с этой игрой не так. Торпеды, кстати, меж тем идут. Приближаются потихоньку. Да. Главное, чтобы они в берег не столкнулись. Не встретили препятствий на своем пути. Да. Вот это, конечно, эпик. Эпик! Эпик! Мать твою, за ногу. А это и есть нуба-капитан Хиггс, потому что они столкнулись явно с чем-то, хотя я не знаю, с чем они столкнулись. Но игра, видимо, решила, что они столкнулись с берегом, поэтому только у нас две последние торпеды идут. По как раз по той крупной цели, которую я и хотел. Очень печально. Значит, надо нам менять позицию и пускать последние две торпеды. И потом еще можно даже кормовыми запустить. То есть у нас еще торпед много. Я пока все свой весь боезапас свой не потрачу, я отсюда не уйду. Я даже когда вынырну, я потом попытаюсь тот эсминец дотопить. Вот так вот я хочу сделать. Есть попадание. Есть попадание. Но этот должен потонуть. Мы неплохо так по нему попали. Большая такая махина, да, ну взрывается. Но эти продолжают стоять на месте, как будто ни в чем не бывало. Капец. На две части тебя разорвало, надеюсь. Так, я тем временем, кстати, начну загружать дополнительные торпеды. Да, его там уже вовсю глючит. Так, давай перезагружай сюда. Ты можешь его выгрузить? Что с тобой? Капец. Его вовсю разрывает, да, этот явно потонет. Так, ну ты-то будешь загружаться, нет? Я не знаю, что с тобой не так-то? Как тебя выгрузить? Внешний... А, внешний контейнер, это блин, мне всплывать надо, чтобы их заряжать. Прикиньте, нет, я всплывать не буду. Я, пожалуй, немножко курс проложу, в том плане, что... Так, малый ход.
Мне нужно немножко подкорректировать свою позицию, потому что иначе опять будет оберег. А мне в берег не нужно. Я, пожалуй, вот так немножко сделаю. Вот на такой курс выйду. Пока там как раз торпеды заряжаться будут, я на малом ходу и пройду. Так. Акустические контакты есть? Акустических контактов нету. Мать моя женщина. Их тут просто тьма тьмущая. Вот так хочется всплыть и расстрелять их всех. Но так уже не будет, потому что здесь эсминцы, они нас сразу потопят, поэтому мы всплывать не собираемся. Мне интересует, потонул ли тот эсминец. Нет, он до сих пор держится. Пути отхода, в принципе, открыты. Мы можем спокойно отсюда уйти. Но там, правда, еще один корабль находится вражеский. Блин, вот это хреновая позиция. Мне надо отплыть ее. Вот так вот, да. Все, машин штоп. Я думаю, здесь он уже в берег никак не столкнется, даже если очень сильно захочет. Так, окей. А, торпеды наши зарядились, нет? Докладывайте мне. Что же вы так долго-то? Вы же на тихом ходу, вы не можете разряжать. Замечательно. Значит, убираем перископ, отключаем режим тишины и пытаемся зарядить последние торпеды. И потом, может быть, кормовыми еще дадим залп. Я думаю, да, это хороший вариант. Хотя кормовые я бы оставил бы на самый критический уровень. Так, заряжайте торпеды. Быстрее только. Вторая и четвертая. Я, кстати, пока они заряжаются, открою вторую и четвертую. Вторую и четвертую. Чтобы нам по полчаса это не делать. Вторая и четвертая. Открывайте. Будем сейчас выцеливать. Давай. Сколько мы, кстати, здесь уже потопили? Задание. Неплохо мы, кстати, здесь потопили. Надо будет потом сюда еще раз вернуться, когда мы загрузим все торпеды, починим корпус. Так, еще один на дно отправился. Отлично. Это тот, который мы потопили. Так, тоннаж торговых потоплено суд. Неплохо так. То есть 16 тысяч, 16 с половиной тысяч. Общий тоннаж 17 тысяч. Даже 18 тысяч БРТ. Неплохо. Очень неплохо, ребят. И мы сейчас еще потопим, и еще потопим. Так что да. Так, все. Как наш экипаж чувствует себя? Никто не задыхается, ничего. Заряд батарей. Уровень СО2 поднимается, корпус немножко поврежден. Но это хер бы с ним. Так, все. Торпеды зарядились. Все у нас открылись, они там уже сигналы подают. Надо топить гигантов. Надо топить гигантов. Пока к нам никто не идет. Вот эта музыка меня совсем не радует. Вот, конечно, поэтому бы стрельнуть, он прям на нас смотрит, но я хочу все-таки именно вот этот потопить. Главное, чтобы опять в берег не ударилось. Вроде это крупная махина. Так, целимся по нему, смотрит он на нас вот так вот. Вот так вот. А, по нему залп. Ага, сальва, огонь. Все, убираем. Убираем перископ. Не хотел я сегодня, конечно, по стоящим целям стрелять, но, видимо, из-за этого мода еще и корабли глючили или еще что-то. Поэтому в следующей серии мы будем уже играть без этого глючного мода. Ну, а тем временем торпеды идут. Главное, чтобы попадание было. Потому что мне что-то кажется, что как-то мы совсем хреново прицелились, мое мнение. Ну, должны попасть. В задницу прямо ему. Если он, конечно, никуда не уйдет, а он двигается, скотина. Торпеды очень долго идут. Не, должны вроде попасть. Должны, да. Еще бы чуть-чуть и не попали бы. Они прям тут так в ряд стоят, что прям, ну, стреляй, не хочу. Причем крупный, смотрите, крупный корабль такой. Так, первое попадание, второе попадание. Есть. И у нас осталось только два задние, но еще и внешние контейнеры, которые надо всплывать, чтобы загрузить. Но я всплывать здесь не собираюсь. Так, есть попадание. Сейчас надо разворачиваться и уходить отсюда. По-медленному, по-тихому. Может, по пути еще кого-нибудь зарядим.
Уходим отсюда. На тихом ходу, на малом ходу. Но мы не будем вырубать тихий ход, потому что... торпеды тогда. А хотя зачем нам заряжать торпеды, если у нас больше носовых нет? Поэтому на тихом ходу, я думаю, оптимально будет идти. Да. У нас только два задних осталось, так что... тихий ход. Уходим отсюда потихонечку. А я пока посмотрю, как тонет тот корабль. Надеюсь, он... а, он уже отправился. Только нам что-то не показали. Да, он уже утонул. Да, ушел под воду. Еще один остался. Можно, и, конечно, и по нему жахнуть. Как раз мы с задницей сейчас уже уходим. Можно еще и по этому жахнуть. Я думаю, это нормальный вариант. А потом, когда мы уйдем, мы всплывем, и можно добить с палубных орудий эсминец, как я и хотел. Да, мы точно с задницей уже идем. А, поэтому надо попытаться зарядить задницей. Так, только вспомнить бы еще, как бы эту задницу включить. Потому что я что-то ни хрена не понимаю. А, вот он, да, все вот так вот. Закрываем эти и включаем аппарат 5. Будем стрелять задницей. Это где-то получается на... на 100... на 180, да? 180, задница наша. Выходим. Опа. Вот он. Так. Стоп машин, хватит поворачиваться. Все, стой на месте, не двигайся. Вот так вот. Сальва. Магнитный взрыватель. Последняя. Задница. Из задницы. Задница по заднице. Что-то я много раз задница сказал, но я волнуюсь просто немного. Все. Неплохой мы здесь шухер навели. Пацаны и пацанята. Жалко, конечно, те две торпеды, которые об берег ударились. И те, которые мы просрали, когда пытались вычислить. Но я должен был попытаться это сделать. Ну а мы тем временем не на тихом ходу, потому что нам надо зарядить торпеды. Продолжим курс. Продолжить курс. Курс по взгляду. Ой, блин. Где эта херня? Вернуться на курс. Да. Вернуться на курс. И мы тем временем посмотрим, попадем ли мы этой задней торпедой. Вот она уже пошла. Капец, мы тут шухер навели, конечно. Но что-то пока никто так особо не шуферится, я смотрю. Как мы мимо прям этого байка прошли. Да. Близко, близко. И... будет попадание? Будет, естественно. Главное, чтобы она сдетонировала. Идет она, убийца. Приближается. О, капец, кадр. Есть. Но мне кажется, ему не хватит вот этого именно одного залпа этого. Хотя, кто знает. Ну, вроде потихонечку погружается на дно. Задница его. Я очень на это надеюсь, что он уйдет на дно. Потому что они могут спокойно переборки задраить, и, естественно, не будет никакого затопления. Так они, в принципе, и сделали, потому что я не вижу, чтобы он на дно уходил. Хотя вроде погружается. Кстати, опять повреждение. Да, погружается. Видно, что немножко осел. Потихонечку, да, уходит. Потихонечку уходит на дно. Вы слышите это? Сигналы кто-то подает. Так, я между тем хочу посмотреть, насколько далеко мы ушли. Потому что я хочу тот эсминец еще потопить. Так, пока машин штоп, я все-таки рискну это. Я хочу попытаться дотопить этот эсминец, я не хочу его оставлять. Потому что, ну это вообще какой-то бред полный, вы сами посудите, да?
Так, и меж тем мы еще торпеды заряжаем, да. Точнее, уже зарядили, мы можем еще по кому-нибудь зарядить. Но уже тут так далеко, что навряд ли я в кого-нибудь попаду. Мы очень далеко ушли. Можно, конечно, попытаться по этим попасть. А давайте попробуем. Почему бы и нет? Еще одну торпеду мы выпустим. Коли она зарядилась. Так, 180, разворачивайся. Это что? Нет, только не говорите мне, пожалуйста, что мы прям мимо мин еще опять Степан проложил, да? Молодец! Господи, не пугайтесь так. Я просто в шоке сейчас. Охренеть, Степан опять проложил охренительный курс, что мы прошли опять мимо мин. То есть удача опять на нашей стороне. Ну бы капитану везет. Вот если бы не Степан, завидуйте всем, у кого нет Степана. Потому что мой Степан самый лучший Степан из всех Степанов. The fuck? Какого лешего мы... Ясно. Ладно. Забыли. Степан, он охренительный просто. Самый лучший. Самый лучший. Так, ладно, у нас еще есть одна цель. Этот уходит на дно, мы еще, конечно же, за ним наблюдаем, естественно. Мне сейчас надо, главное, потопить. Очень далеко находится. Мне нужен примерно до него расстояние. 3000, где-то вот так вот, даже 4000 я поставлю. Смотрит он на нас также. Магнитный взрыватель, обязательно. И стреляем. Ага, понятно. Да, вот это миссия. Выпустили торпеду. Последние наши торпеды. У нас еще, конечно, две остались, но мы не можем их использовать, пока не всплывем. То есть мы можем всплыть сейчас, и пока мы будем стрелять по эсминцу, мы можем зарядить торпеды. Вот он, экшен наконец-то пошел, а то всю серию я ждал этого экшена. И экшен вот он. Так. Мне интересует... Так, я увижу торпеду, которую я пустил. Мне интересует пока вот этот вот корабль, который отправляется на дно. Так, я, пожалуй, сохранюсь еще на... Главное потом, чтобы игра не вылетела, и я не загрузился именно с этого момента, потому что вы помните, да, как торпеда, она может себя вести не очень охренительно. Так, но мы стреляем по этому. Интересно, с такого расстояния я попаду. Очень на это надеюсь. Главное мы увидеть, чтобы увидеть ее. Вот она, кстати, по-моему, идет. Вот тут такой шухер навели. Мне показалось ли она идет где-то? Я не вижу ее. Это электрическая? Не дай бог, если это электрическая еще к тому же. Но я не вижу ее. Идет она, не идет. Будет ли попадание или нет? Я пропустил момент хода торпеды, к сожалению. Но походу она нет, она все-таки электрическая. Больше электрической я не заряжаю, потому что ну его нахрен. Такое говно. Это, кстати, на дно ушел уже. Да, электрический полное говно. Хоть их они и незаметны, но шанс, что они дойдут до цели, очень маленький. Не. По-моему, это электрический был, да, ребят? Я не обратил внимания. Суть, скорее всего, это была именно электрическая. У нас остались еще две
пары газовые, там, или как они там называются. Я сейчас попытаюсь выполнить вообще просто бешеный маневр. Я хочу всплыть и потопить эсминец, который наполовину потоплен. Потом опять погрузиться на дно и уйти отсюда, потому что там еще есть один вражеский кораблик, с которым я не хочу встречаться. Так, сдуть. Всплываем. Продуваем балласт, главное, чтобы она нам потом сейчас... Я сейчас выполняю просто бешеную операцию. В том плане, что это очень рискованно. Так. Есть. Так, к палубному орудию. Все, заткнись. Давай, стреляй по нему. Ну и где это палубное орудие? Вы будете стрелять, вести огонь? Какого хрена? Наконец-то. Есть. Мы совсем прям себя нагло ведем. Нас могут просто тут взять и расстрелять. Но мы должны потопить этот эсминец. Я не хочу его оставлять. Потому что, ну, это совсем бред какой-то полный. Есть. Охренительное попадание. Молодцы, ребята. Не зря я им точность прокачал и время перезарядки. Вот эту раскачку, которую я сделал команде, очень нам помогла здесь. Охренительно. Все, ему хватит? Вот теперь ему точно, я думаю, хватит. Тут уже и гадалки не ходи. Но мы тут, конечно, капец себя тут нагло ведем. Как и в прошлой миссии. Главное, чтобы у нас еще и торпеды заряжались. Вот что я хочу. Торпеды. Вот, да, вот теперь я могу их зарядить. Точнее, их... пока мы в надводном положении, мы можем их перетащить себе. Что за проблема? Эй. Торпеды, мать твою, вы будете заряжаться или нет? Я понять не могу. Мы всплыли же ведь. Че это все багает? Куда? А, загружается, все там написано, что загружается, отлично. Так, мы потопили этот эсминец. Можно даже, в принципе, попытаться потопить еще какие-нибудь корабли. Потому что они от нас далеко находятся, я, наверное, попытаюсь развернуться на малом ходу. Главное, в мину какой-нибудь не зарядить. Потому что мы можем. Тут мины везде вокруг. Вот она, кстати, еще одна мина. Охренеть нам, как везет. Мы просто реально по острию ножа ходим. Я в шоке просто. Как Степан нам курс прокладывает. Так, пока они там все не очухались, мы можем, конечно, очень далеко, но попытаться можно. Зарядить по этому кораблю пару залпов из палубных орудий. Надеюсь, наша команда справится. Я им точно все-таки прокачал и меткость. Потому что, ну... упускать их я не хочу. Вот тут уже неплохой шухер навели. Так, вы можете стрелять? Команда наша может все-таки стрельнуть или нет? Вот это меня сейчас интересует. Так, выцеливают. Но попасть явно, наверное, не могут, слишком далеко. Но к ним я пойти... Я к ним не пойду. Есть, конечно, еще возможность выстрелить в эсминец вражеский. Это я уж совсем, если я буду нагло себя вести. А давайте попробуем. Уходим отсюда. Идем на эсминец. На нормальном ходу. Уходим отсюда и будем стрелять. Если он будет по нам стрелять... Так, мне главное сейчас опять не зарядиться в мину какую-нибудь. Я очень боюсь, что мы сейчас в мину какую-нибудь тут войдем. Будет очень печально. Так, я пока займу свою позицию. Уходим отсюда очень быстро. Все, хватит у нас на сегодня наших приключений. Мы неплохо здесь потопили. Постарались, потопили вражеские корабли. Вот этот мне надо. Так, очень опасно. Я очень сейчас опасно действую. Так, докладывай мне. Да, он видит его. 7000 метров. 7200. 7. 6. Меж тем, торпеды наши зарядились или нет?
долго, пацаны. Я понимаю, что у вас боевой дух у всех маленький. Вы охренели просто от того, что мы тут, что я тут опять творю. Кстати, еще один здесь эсминец есть. Ну, продолжит ли нам рисковать своей судьбой или нет? Так, этот эсминец пошел на дно. Который троллил нас. Да. Это окончательно уже на дно пойдет. Хотя он опять не хочет идти на дно, собака такая, но я уверен, что он все-таки уйдет на дно. Я тут себя очень нагло веду. Я, конечно, могу сейчас за это поплатиться. Потому что с двух сторон здесь находятся вражеские эсминцы, которые могут в любой момент по нам открыть огонь. И походу он уже это делает. У него-то пушки помощнее будут, чем у нас, ребят. Мне бы, конечно, зарядить бы торпеды, чтобы я мог еще им по нему торпеды долбануть. Я не очень устраивает тот момент, что я... А хотя давайте, знаете, как стоп-машина. Попробуем зарядить все торпеды. Твою мать, как опасно. Как они нас еще не видят, а? Я в шоке. Так, потонул. Я сейчас просто на острие, не знаю, ножа. Охреневший полностью. Загружается. Слишком долго, ребят, слишком долго загружаете. За нами погони нету. Очень долго, ребят, загружаете. Быстрее, побыстрее, побыстрее. Уже утро. Побыстрее, ребят. Давай. Ну, шире шаг! Что вы так долго-то ему... Я понимаю, что у вас боевой дух маленький, но что вы так долго-то это делаете? Капец просто, ребят, я в шоке нахер. Того, что я сейчас тут творю. Я вообще просто в наглую здесь нахожусь. Так, все, зарядили. Уже целый... Мы сутки, прикиньте, сутки на надводном положении сейчас находились. Вы можете себе представить? Мы сутки вот так вот, просто стояли. В наглую. И мы зарядили все торпеды. Ой, это с этой игрой что-то явно что-то не так. Хоть я даже мод удалил. Так, ну что ж, мы тогда сейчас подойдем, попробуем подкраться к нему, именно к нему, в подводном положении. И попытаюсь его из торпеды долбануть. Так, перископная глубина, я ухожу. Так, стоп. Давайте я примерно курс его определю, чтобы куда нам идти. Так, 38, да? То есть 38 это... 38 это сюда, 35... 36, 37, 38 это сюда, и мы идем 5300, да, под водой. 5300. Военный корабль должен быть. Да, военный корабль. Есть такой. Я ухожу на перископную глубину и попытаюсь еще и эсминец с собой забрать с торпедой. А может быть даже еще и задний по тому дозарядим. То есть как получится, ребят. Я на этот раз хочу использовать весь свой боезапас. Так, перископная глубина. А, нет, перископная глубина, сколько до киля, пожалуйста, доложите мне, вы должны уже, в принципе, от травмы отправиться, потому что у нас есть доктор на борту. Где эта херня? Да ё-моё. Где я видел-то? Я уже начинаю путаться. Не работает, скотина. Не работает. Главное, на мину сейчас вот так вот не наткнуться. Тут будет совсем весело. Так, погрузились мы на перископную глубину. Опять у нас что-то торчит. Что у нас это торчит? Что вообще такое? Антенна какая-то торчит, блин. Это не перископ, это именно какая-то антенна. Сука, торчит. Так, ладно. Меняем курс. Идем к нему тихо.
А на малой скорости. Так, и меж тем я все-таки буду следить за минами, потому что здесь очень опасно. Опять вырубаю свой перископ. Но буду, как и в прошлый раз, следить именно в моем вот этом стиле, в положении. Вот так вот. Потому что это очень действенно. Так, пеленг 0. Да, вот идем прямо курсом, и я слежу за минами. Здесь их дохренище, насколько я понял. Главное не наткнуться. Потому что нам пока везет. Надеюсь, Степан проложил сейчас охранительный, опять же, курс. Ну, вроде пока нет. Рифы, конечно, вот это меня беспокоит, что мы прям рядом с ними идем. Но главное, что это не мины. Уж с миной я столкнуться уж точно не хочу. Так, мы уже совсем практически приближаемся к этому эсминцу. Главное, чтобы он не поменял свой курс. Так, и попытаюсь сейчас его торпедировать. Он стоит на месте. Так, до него. Точно определите мне. Сколько до него? Две тысячи. Что-то мы все на дальних расстояниях стреляем. 2000. Ну, 3000, считай. Поэтому где-то вот здесь мы поставим. Так, будем стрелять по нему единичкой. Да, потому что у нас единичка только здесь. Открываем единичку. Первый отсек. Так, сохраняется игра. Давай, давай, давай! Все, целимся в него, смотрит он на нас так, да, все правильно, и пуск. Убираем перископ. Если мы еще и эсминец с собой заберем, это будет просто замечательно. Да, пошла, пошла, родимая. Пошла, родимая. Есть. Прям под днищем. Прям под днищем. Прям точно под дно ему. На две части. Естественно, на две части разрывается. Мы критическое попадание ему сделали, потому что прямо под дно ему. А, не разорвался на две части? А мне показалось, что разорвался, потому что ему здесь капец как охрененно. Ну, неплохо. С одной торпедой он должен потонуть. Да, его просто во все стороны херачат. Разрывает его на части. И можно попытаться еще задним зарядить, но, походу, мы уже далеко от него ушли, поэтому я не буду это делать. Я немножко поменяю свой курс, потому что мы прямо идем на этот эсминец, который тонет. Я не хочу с ним столкнуться, поэтому мы отсюда уходим. Уходим и идем на базу. Все, мы свое задание здесь выполнили. Причем ни хрена себе как выполнили. Меняем свой курс. Да, следовать курсу, пожалуйста. Вернуться на курс. А, и мы наблюдаем, как тонет этот корабль. И, кстати, сколько мы потопили? Вот я тоже хочу сейчас посмотреть. Охренеть, мы уже за один раз почти все задание выполнили. 7 судов потоплено. 42 тысячи БРТ. Это успех. Нуба-капитан уже не нуба-капитан. Он уже профессиональный нуба-капитан. Давай на дно отправляйся, чтобы тебя тоже засчитало. Да, и он тоже ушел. Теперь, по идее, должны его тоже засчитать. Ага. Ну да ладно, нормально, в принципе. Можем уже отсюда уходить. Это что такое? Неважно. Уходим отсюда. Да, ребят!
Да, конечно, извиняюсь, что без эмоций там всяких, как вы любите, там, как я визжу, кричу, но здесь надо было сосредоточиться, потому что я и так уже 4 торпеды просрал, 2 в берег, 2 мимо, пытался по скорости определить. Так что особо сильно не возмущайтесь, что я так сейчас не визжу, не кричу, как вы любите. Наверное, там уже многие уже уснули смотреть. Но простите меня, ребят. Не всегда же визжать, как сучка. СО2 накапливается, надо уже, в принципе, пытаться сейчас всплыть. Так, так что давайте, да, уже всплываем, мы уже далеко ушли. Всплываем, всплытие. И уходим отсюда. Уходим домой. Все-таки вначале нам не везло, но наконец-то потом повезло. Уходим отсюда и больше не возвращаемся. Ну, естественно, возвращаемся, но еще не скоро. В следующей серии. Может, надо даже какие-то награды дадут, хрен его знает. Надеюсь на это, что еще какую-нибудь награду нам дадут. Потому что мы неплохо справились. Мы неплохо справились. Так, пока такой примерный маршрут. Всплытие. Я, пожалуй, буду на вахте также вместе с пацанами, потому что, не дай бог, мы сейчас опять кого-нибудь встретим. Так, все. И вахта. В первую очередь вахта постоит. Так, вахта. Закрепляем панельку. И, я сказал, закрепляем панельку. И визуальные контакты. Что с тобой? Все, отлично. И уходим отсюда. А, уходим отсюда на 9 узлах. Чтобы уже не тратить и так уже почти кончившееся наше горючее. Да, 55. Ну как раз хватит, чтобы уйти отсюда и домой вернуться. Охренительно мы, кстати, выполнили задание. Неплохо мы так потопили. Визуальный контакт отсюда. Все-таки была проблема явно с модом. Да. Мод был явно лишний, потому что он творил какую-то полную ахинею. Но мы сами видели, мы из пушек и спинец потопили. Потом я отключил, и они начали по мне стрелять. Вот это уже было больше похоже на реальность. Но хотя все равно они до сих пор продолжают тупить вражеские корабли. То есть они вообще на нас никак практически не реагируют. И с этим надо что-то думать. С этим надо что-то решать. Ну а мы потихонечку возвращаемся домой. Ладно, я включу запись, когда либо вернемся домой. Так, еще один канал. Но мы уже уходим отсюда. У нас уже практически ничего не осталось. Включу запись, когда что-нибудь интересное будет. Если там авиация какая-нибудь нас опять начнет преследовать. Или... Потому что авиация здесь может нас преследовать. Потому что мы в его в зону входим. Ладно, все, выключаю запись. Проходим мимо скопа Флоу. Помните это? Помните, да? Прям совсем, смотрите, близко от него проходим. Решил включить запись вам показать, чтобы прям совсем близко от него. В опасной близости. Разминуемся с ним. Но я больше туда, естественно, идти не буду. Нафиг это нужно. Опять эти всякие минные заграждения. Больше я испытывать удачу там не хочу. Главное, чтобы мы сейчас ни с кем не столкнулись, когда будем отсюда уходить. Я даже немножечко такую дугу сделаю. Побольше. Ну его нахрен. У нас ничего практически, у нас не осталось уже торпед. У нас только одна задняя. Или две задние. Одна задняя, да. Так что налегке, можно сказать, уходим домой. Да, ну вроде пока все в порядке. Игра только подлагивает, конечно. Ужас. Но! Да. Включаю запись, а то совсем все лагает. А нет, ребят, нам не дадут спокойно уйти, потому что наши замечают визуальный контакт. Пеленг 112. Может даже еще кого-нибудь по пути потопим, нет? Вау. Вау! Это конвой. Причем нихера себе какой конвой. Вот они, конвои. Крупные. С эсминцами. Вот они, по бокам эсминцы и посередине крупный боевой торговый корабль. Охереть! Это что за махина там такая? Нет, это именно... Конвой именно военных кораблей. Вот с кем я не хочу стал... Это эсми... линкор! Моя мечта! Моя детонька! Сколько у нас торпед? Чёрт!
Вот если мы вот это бы потопили, это, вот это линкор, самый настоящий линкор, мазафакер. Блин, я хочу эту детоньку, я хочу эту детоньку, но одной торпеды будет ему мало. Я хочу эту сучку. Ой, боже, как я хочу эту сучку. Как же я хочу эту суку. Так. 112. Окей. Так. Машинштоп, в первую очередь. 112. Так, стоп. Я, конечно, рискую сейчас очень сильно, может быть, я зря это делаю, но я хочу эту суку. 112, это здесь. 7000. Можно попытаться ему задними бортануть. 7300. Охренеть, как они нас еще пока не заметили. А, это 5, это еще... Не, навряд ли. Не, я даже... Не, долго. Не-не-не. Короче, я передумал, потому что до него слишком долго идти. Я, пожалуй, сейчас поменяю свой курс, чтобы уйти от них, чтобы не встретиться с ними. Но если в следующий раз нам также повезет, естественно, я буду топить эту суку. Блин, весь курс поменялся. Твою мать, да поменяй ты курс хоть так. Все, уходим отсюда. Уходим отсюда очень быстро. Да, давай, уходим. Не хочу даже и думать... Если это, вот эта херня по нам долбанется, с одного просто залпа нас вынесет. Поэтому уходим от них. Уходим от них на полном вперед. Отдаляемся. Не хочу даже и думать. Да, отдаляемся потихоньку. Очень, конечно, крупный. Сочный конвой с линкором, который я бы хотел бы потопить, но, простите меня, ребят, нет. Нет. Это очень опасно. Если бы у нас были бы торпеды, я бы, естественно, на него пошел бы. А так, одним задним, ну и что я сделаю там? Ничего, можно сказать, практически не сделаю. Так, давай, все, уходим, мы уже далеко от него. Чё ты мне время сбиваешь? Чё, новый какой-то контакт? Да нет, все так же. А что ты мне время-то сбиваешь? Они же на нас не приближаются. Что ты мне показываешь? Мы отдаляемся от них. Успокойся. Игра, успокойся. Мы от них удаляемся. Я, конечно, понимаю, что... Да я понял, что они близко. Мы же от них уходим. Так, я, пожалуй, даже так вот уйду, потому что игра с ума начинает сходить. Думать, что это опасно. Все, визуальный контакт отсутствует. Возвращаемся на курс. Главное опять с ними не встретиться. Да, ребят. Если бы у нас были бы торпеды, я бы с ним повоевал бы, естественно. С ними, с этим конвоем. Потому что, ну, это сочно, очень сочно. Прикиньте, блин, как бы нас похвалили бы на базе, если мы потопили бы целый линкор, сука. Ага, мы, походу, опять их догнали, да? Мы, то есть, не можем с ними никак расстаться. Мы друг друга преследуем просто. Или это другой какой-то? Я что-то не могу понять. Стоп! Да уйди ты! Нет, какой-то другой уже одиночный. Но эсминец. И мы приближаемся к нему. Отсутствует. Но мне не верит, что он отсутствует. Он нас прям видит. Это вы уже там что-то глючите, пацаны. Идет прям по нашему курсу, вот что очень печально. Ну ладно, поверим на слово, что он уходит от нас, мы разминуемся с ним. Это тот самый. Нет, мы сближаемся с ним. Черт. Так, уходим на перископную глубину, короче, и пробудем в перископной глубине. На полном, на малом ходу. Пусть они с нами разминутся. Видимо, после того шухера, который мы устроили на базе, все-таки активизировались корабли вражеские. Перископная глубина. Уходим. Все, уходим отсюда.
И на малом ходу в режиме тихого хода. Да. Уходим. Мотаем время. И уходим на базу. Пусть он пройдет мимо нас, я даже не хочу с ним встречаться. Да, активизировались корабли после удаления этого мода. Так, слишком долго мы уже пробыли. Можно уже, в принципе, всплывать. Всплываем. Я даже проверять не буду. Так, варта. И визуальные контакты, которых нету. Отлично, все, уходим. Уходим. Домой, пора домой. Так, а я пока выключаю запись. Не дают нам покоя, ребята. Не дают нам покоя. Мы встречаем еще один визуальный контакт. Ну, явно активизировались корабли. Британцы хотят отомстить за то, что мы устроили там у их берегов. 8900-295. Это все тот же самый. Это все то же самое, скотина. Он нас преследует, кажется. Все та же самая скотина. Мы прям параллельными курсами идем, прикиньте. То есть он ровно прям слева от по борту от нас. Вот такой вот прикол. И время мы опять ускорить не можем из-за этого. И мы еще сближаемся, да? Он на нас, что ли, идет? Я понять не могу! What the fuck? What the fuck? What the fuck сейчас было? Охереть! Вообще. Вот это лол. Это просто лол. Что сейчас? Эсминец! Один на один! ПВП! С палубных орудий! Эсминец! Идите сюда! Кто такие молодцы? Кто такие охрененные? Как вы вообще это сделали? Да как отсюда слезть-то, ё-моё! Идите сюда. А, вы молодцы, ребят. Ой, молодцы. Это вообще похож на моего сослуживца. На моего бывшего сослуживца. Охренеть, ребята, а? Вы видели, а? Вот это экшон. Охереть, нам не то что медали должны, нам охренеть сколько медали должны дать за это. Кстати, я все забываю докладывать. Ага. Они-то очень довольны, я смотрю. Охереть. Охереть, ребята. Вот это удача. И нас толком-то не повредили даже. Вот в чем прикол. Целостность корпуса 70%. И я думаю, уже наши ремонтники справились. Он по нам залп сделал. Даже несколько залпов сделал. И мы в итоге попали ему точно в носяру. И в итоге вынесли его к чертям собачьим. Я не знаю, почему. Прижатие время, он так нам быстро... А опять время тормозит. Еще один ближайший контакт. Вы что, смеетесь, что ли? Я что, тут должен всех эсминцев, что ли, по пути топить? Ну давайте мы это сделаем. Где? Да, 140. Ну давай, иди сюда, сука. Иди сюда, мазафакер. Ну что, давай. Рискни, сука. Рискни своим здоровьем, блядь. Давай. Он прям на нас идет. Он по нам стреляет. Ну рискни своим здоровьем, сука. Рискни своим здоровьем. Давай, попробуй. Мы сейчас всплывем, блядь. Давай. Давай, перископная глубина. Ты поиграть со мной решил, сука. Перископная глубина. Давай, попробуй, скотина. Попробуй со мной сыграй в игру. Гондон. Я тебе сейчас задними. Вот как раз вот... Вот теперь задние мне точно понадобятся.
Нам, вот смотрите, после того, как мы побомбили порт, нам не дают покоя. Чё, по нам попали, что ли? Только не говорите, что по нам попали. Да, по нам еще раз попали. Мы просто уже подбитые, разбитые. Я даже не знаю, это такой экшон, мать твою. Давай, попробуй, сука. Попробуй, блядь. Возьми меня, сука. Давай, блядь. Ты что думаешь, я такой крутой, что ли, да? Я тут эсминец только что потопил. Где мой акустик? Акустик, докладывай мне об этом паразите. Акустик, ты живой? Акустик! Акустик, по-моему, сдох. Бедный. Ты где там? Ты вообще живой? Я тебе говорю, докладывай мне о положении. Ты что с тобой не так? Что, вы тут все раненые, что ли? Я! Вы уши нашей полотки, можете сплетни какие-нибудь слышали? С глазом, пиратом. Ну да, есть такой. Ты давай мне докладывай о контактах. Ты чё, блин, скотина ты такая? Вы чё меня подставляете-то опять? Давай! Ясно. Я буду сам за ним следить. Я буду сам за ним следить. Если моя команда не способна это сделать. Охереть просто. Вот это мы идем домой. Я первый раз вижу, чтобы когда мы возвращались домой, нам. Он, кстати, за нами идет. Он приближается к нам. Он выдвигается на нашу цель. Так, занимаем глубину. Короче, он сейчас будет наш глубинками закидывать, поэтому нам придется занимать более глубокую глубину, как бы это масло масляным не казалось. Занимаем глубину где-то 15 метров, чтобы он нас не увидел. А глубина под килем, я думаю, мне опять не скажут, потому что тут сломалось все. Вся моя команда в шоке. Либо надо просто игру сохранить. Да, я, наверное, так сейчас и сделаю. Сохранюсь и загружусь, потому что что-то нихрена не работает. Видимо, игра заглючила. Ну и пойду пока перекурю. Время, я думаю, уже серия долго идет. Да, ребят, серия уже очень долго идет. Я начал днем, а уже сейчас уже вечер. Все начало работать. Кстати, повторяется ситуация. Как помните, серия «На грани гибели», где на нас шел эсминец, а у нас были торпеды, мы пытались ему попасть. Но сейчас у нас только одна торпеда, и шанс, что мы по нему попадем, очень маленький. Серия очень долго идет, я, конечно, понимаю, наверное, там уже половину уснули нахрен, или мотают уже просто, типа, а когда же закончится, но... и место на жестком диске кончается, хоть я, конечно, и освобождал, но... Эта скотина идет на нас. Эта скотина идет прямо на нас, и... Мы на глубине, конечно же, но мы можем пока. А где он? Чего? Я не вижу его, туман. Сука, туман, я не вижу его ни хрена! 20, 8, 30, 9, 30, 1, 30, 1, 30, 2, 30, 3, 30, 4, 30, 5, 30, 7, 40. Пятая торпеда, заряжай. Открываем пятую заслонку. Все, закрывай. Надо по нему шмалять, иначе у нас потопит к херам собачьим. Сколько до него цели? Быстро, примерно. Цель не выбрана. 2000. Надо подождать, пока он совсем приблизится, но он идет позади нас. Так, окей. Будем ждать. Опустим перископ, чтобы он нас не заметил. Будем ждать по акустическому контакту, когда будет он примерно на 180, чтобы мы могли по нему жахнуть. Потому что он идет пускать глубинные бомбы на том месте, где мы были буквально недавно. Так что следим за акустическим контактом. Это же сам лично проверю. 43. Скорость средняя приближается. То есть он идет нас топить. Вот он. Докладывай, докладывай, докладывай. Докладывай, Васек. Не подставь. Еще и на друг... Мы в жопе, ребят. Мы в жопе. Мы в жопе. Ты не за тем следишь. Браток, ты не за тем следишь. Охереть, вот мы попали с вами, ребят. Вот мы с... Откуда он здесь появился? Он не мог так быстро здесь оказаться.
auf Schleichfahrt gehen. Он идет прямо на нас. Ёп! 2-7-0. Это... Нам пиздец. Глубина под килем. Срочно! 2-7-2. Tiefe unter Kiel bitte. 116. Погружаемся к херам собачьим. Нас потопят нахрен. На 80. На сотню. Я, конечно, понимаю, что нас сейчас может раздавить нахрен глубина. Опускаемся. Он идет нас топить. Они оба идут нас топить. 2-7-5 2-7-4 2-7-4 2-5-0 2-5-0. Он над нами! 2-0-6 2-0-5. Занимаем перископ на глубину и пытаемся топить собаку. 15. Neue Tiefe. 1-5 meter. Neue Tiefe. Топим, сук. 5 meter. Neue Tiefe. 1-5 meter. 2-0-8 2-1-1 2-1-6 2-2-1 2-2-3 2-2-5. Вот они там глубинки пускают уже. Слышите? Вот глубинки пошли. 2-2-7. По нам уже глубинки херачат. 2-2-9. Охереть, вот мы попали. Вот они, вот она, месть пришла британская. Пришла месть британская за нами. Они прямо... 2-3-1. Ну все, сука. Лично всех, сука, расстреляю, блядь, к собаке. Не преследуйте меня. 2-3-3. Давай, команда, перескок, быстрее, поднимайся. Это какая-то бешеная просто серия, я херею просто. Вначале она была глюченная из-за модов, но сейчас он, нас просто готовы уже уничтожить нахрен. Поднимаем перископ. Вот, вот этот нас интересует, собака. Сколько до тебя примерно? Бля, я ни хрена его не вижу, потому что мы слишком глубоко, я не хочу... Да как, вот она цель! Так, 2800. Уходит, уходит, сука. Примерная скорость его, наверное, узлов... 2-3-9. Узлов 11, наверное. Мы слишком близко к нему находимся, поэтому можно по нему залп сделать. Сколько там ты говорил? 2800. Смотрит он на нас вот так вот, вот. Примерно, опять же говорю. Точно не знаю. Так, надо чуть-чуть еще подняться. Волны еще мешают, но это хорошо. Нас меньше, сложнее заметить. Так. 2-4-1. Он уходит. Не, он навряд ли мы попадем по нему. Но попытаться стоило. Так, все, погружаемся на глубину. Уходим, короче. 2-4-0. Попытаться стоило. Да, навряд ли мы по нему попадем. Где торпеда наша? Я не вижу. Не, не попадем. 2-3-9 2-3-6. Да, последнюю торпеду мы потратили просто впустую. Но мы, по крайней мере, уходим от него. Охереть, вот это мы попали, ребят. Да. У меня просто слов нет, ребят. 2-1-0. Так, все, поднимаемся, а то мы и так повреждены очень сильно. На 15 будем где-то идти. 2-0-9.
Все, уходим. По-моему, мы их потеряли. Всплываем. Да. 2-0-8. Это было очень близко. Я бы сказал, это было очень близко. Все, уходим отсюда. Мы были на волоске просто. Но они нас потеряли. Они уже кидали там глубинные бомбы. Жалко, я вам не смог показать, как выглядят глубинные бомбы, но мы были очень близки. Мы были близки к смерти. Я бы сказал, охереть, как близки к смерти. Но сейчас мы уже приближаемся к своим союзным берегам, поэтому навряд ли мы тут встретим вражеские корабли. Но все может быть. Да, все, все в порядке. Включу запись, потому что уже, когда прибудем в порт, потому что уже места не хватает вообще ни хрена. Охереть, тут волны! Только что сейчас, блин, не успел заснять, но накрыло меня сейчас только что тут капитально. 14 метров в секунду. Да, ребят, мы уже почти добрались, израсходовали до хрена топлива, повреждение 65%, команда уже просто уже охеревает, мы... Пробовали почти 30 суток в походе. Прикиньте, сколько долго мы. Как долго мы. Все, доходим наконец-то до своего союзного порта. Твою мать! Не столкнуться бы еще ни с кем с этими рыболовецкими всякими суденышками, сука. Так, и походу игра опять заглючила, мне придется загружаться, потому что, по идее, уже давно было врубиться, что мы это... Так, стоп, я слишком тут разогнался. Ну давай, входи в порт. Капец. Да, надо загрузиться, сохраниться, сейчас, секунду. Да, вот теперь мы можем войти в порт. Давайте я вам покажу, сколько мы в итоге за эту миссию потопили. 8 судов потоплено. 44 тысячи БРТ. Охренеть просто. Вот это бешеное какое-то, бешеное задание, бешеная миссия. Мы ни хрена себе как повреждены. Все, идем войти в док. 30 суток. То есть мы целый месяц, считайте, практически целый месяц мы... путешествовали в этой миссии. Мы и Новый год встретили, и потопили с кучу судов. Я думаю, за это нам должны ни хрена себе сколько наград дать. Модификации нам какие-нибудь доступны? Нет, модификации недоступны. Торпеды. Установи все торпеды. Именно вот такие. Я не хочу устанавливать больше электрические, потому что они меня совсем... Опечалили, можно так сказать. Да, торпеды установлены. Сенсоры. Больше ничего недоступно. Да заткнись ты! Так, и мы поставим еще, естественно, свою эмблему. Теперь она должна будет отображаться. На нашей обдроченной лодке. Так, следующее задание. Запланированные походы какие у нас. Все то же задание, естественно, потому что мы его еще пока не выполнили. Дополнительное задание тоже берем. И где это дополнительное задание? Ага! 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 Сейчас! Я больше не пойду в скопофлоу, идите вы в задницу! Они что, издеваются что ли надо мной? Хотят, чтобы я опять? Ну, я пойду, ладно. Мне не впадло, еще раз в скопофлоу пойти. Смотри, не наебнись там, блять. Ой, сам чуть не наебнулся. Не подходи ко мне так близко. Они хотят, чтобы я в следующий раз пошел опять в скопофлоу. Прикиньте? Опять скопофлоу. Опять то же самое, вот это вот Степан нам проложит охранительный курс. Не, я, конечно, могу пойти, мне не впадло. Мне даже интереснее еще раз туда пойти. Но какого хрена? Это плюс еще это опять дополнительное задание. Надеюсь, я там в следующий раз выполню миссию. Но я не знаю, я не хочу идти в скопофлоу. В то же время еще хочу, потому что это прикольно. Еще раз утереть нос британцам,
Они, наверное, думают, что больше сюда, больше туда немецкие подводные лодки не пойдут, но пошли бы в задницу. Еще как пойдут. Охереть. Так, что нам дали? 9 очков развития. Медали каким дали? Медали, к сожалению, никаких больше не дали. Да, это все старые. А хотя нет. Шпага подводника. Шпагу подводника выдают только тем, кто был награжден нагрудным знаком подводника. Основание победы, служба победы, храбрости, проявление в бою. То есть у нас два таких значка. И 31 октября, и 8 января мы были награждены. А железным крестом еще никаким больше нас не наградили? Нет, к сожалению, нет. Ну что ж, ребят, это была безумная просто миссия, безумно интересная тоже миссия. То есть это поинтереснее, чем в прошлый, что было. Полный бред, полная вакханалия творилась. Сейчас уже 22 января. Тоже две недели отдохнули. И дополнительное задание у нас, да, действительно, скопав лоу. Да, ребят, конечно, эта серия была без всяких визгов, писков, как вы любите, но... Уж простите, я постоянно так визжать не хочу. Хотел именно, все настроение было полностью сосредоточенное. Опять, кстати, у нас не погрузилось это все, не знаю почему. А, ну я понял, видимо, надо сохраниться и загрузиться, тогда будет все прогружено, потому что мы все установили. Так, торпеды нам поставили. Торпеды у нас есть. Ну что ж, скопав лоу, походу нас ждет еще один интереснейший поход. Я так думаю. На этом я серию заканчиваю, она получилась очень долгая. Даже скучная, может, местами нудная, я уверен, потому что я мало комментировал и говорил спокойным голосом, а не так, как вы любите, там, визжать, трещать, типа, ааа, ну бы капитан Хикс, там, Степана, идите, я поцелую. Сегодня я решил быть полностью сосредоточенным и, надеюсь, кому-нибудь да понравилось. На этом я с вами заканчиваю, спасибо за просмотр, друже, увидимся в следующей серии, по-моему, я это уже говорил, но какая разница, повторюсь еще раз, и давайте тогда сейчас выйдем в главное меню и посмотрим, сколько в итоге у нас потоплены... вообще в итоге боевых кораблей. Рейтинг мы обещающий капитан, как всегда. 26 торговых, 11 военных, общий тоннаж 181 тысячу БРТ. Такие дела. Все, ребят, всем пока, увидимся.